Так. И вот просто я совершенно уверен, что здесь есть некоторое количество профессиональных математиков, которым, разумеется, будет очень скучно. И чтобы не скучать, решайте вот эту задачу. Значит, 33 благодаря Анне Сахарановичу Поморье за 240 монет. Хитрый дядька Черномор может разделить богатырей на отряды произвольной численности. Или можно всего один отряд сделать. Вот. И распределить все жалования, все 240 монет, между отрядами в пункте А любым способом. В пункте В жалования обязательно поровну. Распределять между отрядами. То есть отряд 2 человека, 7 человек, неважно. Вот если в пункте В должны быть одинаковые суммы. То есть, в частности, в пункте В означает, что количество отрядов должно быть делителем числа 240, иначе как бы нельзя исполнить даже 40. Вот. Так вот, каждый отряд делит свои монеты поровну тоже, сколько сможет. А остаток отдает Черномору. Вопрос, сколько он может себе обеспечить монет в пункте А и в пункте Б. Это для тех, кто любит математику, такую вот с подковырками всякими. Все поняли, да, условия? Все, тогда поехали. Сейчас будет первая половина, будет, я специально, вот, у меня, значит, было выступление с названием «Принципы математического мышления» уже, по-моему, 3 или 4 раза. Чуть-чуть менялось вот содержание, чуть-чуть менялось, чуть-чуть расширялась это начальная входная презентация. Вот. И вот буквально вчера я накидал еще несколько веселых картинок в нее. Ну, поехали. Значит, язык математики. Мы очень смеялись, когда в последнем, значит, в последнем листочке за 6 класс у Светы началось изучение квантеров, квантеров всеобщности и существования. Вот. Для любого клина B существует клин А, двоеточие, клином А, клин B вышибаешь. Вот, значит, пункт B. Существует обух О такой, что для любой плети P, P не перешибет О. Существует X такое, что X блестит, и для любого золота Z, X не равно Z. Для любой сказки S существует ложь L, равная S. И существует намек H, принадлежащий S. Это примерно, чтобы вы понимали, ну, я не могу сказать, что мы вот этим занимаемся, потому что если бы математики занимались только этим, то немножко грош цена была бы вообще математики, правда? Вот, но правда в том, что у математиков сложился некоторый язык общения, который сокращает передаваемую информацию. И в частности, вот то, что написано на полях Пьера Ферма, звучало так. Куб не есть сумма двух кубов, четвертая степень не есть сумма двух четвертых степеней, и вообще никакая степень не может быть представлена в виде суммы двух таких же степеней. Да? А мы пишем А в n плюс Б в n не равно С в n без дальнейших указаний. Да? Называется великая теорема Ферма. Правда? Но ее мы сегодня доказывать не будем. Например, потому что полного доказательства я все-таки еще до конца не изучил, хотя уже я какие-то разделы, связанные с ним, немножко осваиваю, но все-таки это еще лет на 15 работает. Вот, но действительно есть специальный язык, специальные соглашения некоторые есть в математике. Ну и как бы первая половина знакомства с математикой, это в общем половина знакомства с этим языком и с этими соглашениями. Чуть-чуть чисто математических шуток, сразу хочу сказать, это ничего не означает, вообще ничего, ничего, ни одна из этих. Это просто однажды я открыл лекцию в Нижнем Новгороде, случайный момент, и обнаружил, что она опубликована 20 апреля 2020 года, и у нее на данный момент 20 220 просмотров. Ну я, конечно, тут же делал предскрипт. Такой вот случайный момент времени, да, зашел, ну бывает, да. Дальше. В этом году есть, значит, вторая годовщина начала специальной военной операции, а также 154-я годовщина дня рождения Владимира Ильича Ленина. Эти две даты, и только эти две даты, обладают тем свойством, что день с месяцем составлены из тех же цифр, из которых год. Опять же, ну просто такое наблюдение. В коем случае. Просто я часто встречаю людей с горящим... О, Гребушка, привет!
с горящими глазами, которые говорят: Алексей Владимирович, вот смотрите здесь, здесь. И вот начинается такая цифромания страшная, да? Я говорю, у меня для вас есть тоже много разных сюжетов. Но я им не приду ни малейшего значения, просто есть такие вот прикольные случайные моменты. Ну и, конечно, следующий год, который 45 на 45, да, умножить. Ну, какие-то, да, наверное, тоже ассоциации возникают. Вот. Так, идем дальше. Ну, это так. Мы находимся в храме, и не потроллить атеистов я никак не могу. Кто не видит издалека? Два снеговика беседуют. Один говорит: не гони, никто нас не создавал, мы случайно эволюционировали из снежинок. Вот. Только что я записывался со Стасом Дробышевским, но там речь что-то зашла совсем в другую сторону, поэтому я ему не показал эту картину, не стал. Но я на самом деле сам никогда не начинаю дразниться. То есть я здесь-то я могу себе позволить, здесь все верующие, ну или там почти все, да? Вот. А так вот, если я начинаю как-то в интернете кого-то троллить по случаю упоротого атеизма, обычно это означает, что кто-то мне до этого написал что-то такое, что меня сильно задело. То есть я стараюсь первый никогда не начинать. Стас милейший человек, милейший, я бы его никогда не стал трогать в этом плане. Если бы он спросил, а есть у тебя какая-нибудь веселая картина на тему теории эволюции? Я бы сказал: да, есть, вот смотри. Ну, конечно, так я и мастер, специально показывать не стал. А это бутылка с коньяком. Бутылка Клейна. Что такое бутылка Клейна? Но теперь, кто не знал, то может увидеть. Клейна — это, значит, такая как бы фигура, самопересекающаяся, да, которая похожа, фактически она напоминает Лисмегаса, немножко как бы такой более усложненный. Вот, а тут вот решили мне налить коньяк. Ну, настоящая? А? Настоящая? Не думаю. Не думаю. Но на самом деле ее можно так сделать, но коньяк тогда выпить нельзя. Почему? Он вылится, по-моему. Никуда. Вылится. Вылится, да. Нет, ну он же. Если перевернуть, то вылится. Стой! Но он. А! Блин! Что я говорю? Конечно, вылится! Прекрасно, подставляйте сюда стакан и вот так его переворачивайте. Ну, правда, ваша. Не моя. Мастера. Да. Точно. А как его? А что-то я, да, смотрел, как из него нельзя выпить коньяк. Да, да, можно. Да. Заходите, друзья, заходите, не бойтесь. Любое помещение вместит любое количество народу. Очень простая формула. Заходите, тесните народ, вот там просто миллиона мест, ну, стоячих, но это не важно, ничего страшного. Мужчины стоят, девушки сидят. Вот там есть, тут очень много места, здесь влезет человек 300 на самом деле. Вот, так что проходите, спокойно проходите, и вот, чем больше, тем лучше. Я очень люблю аншлаги, мне прям нравится, когда вот такая атмосфера сразу, концентрированная атмосфера, вот, любви к математике. Так, смотрите, вот это пиво называется Ферма. Теорема Ферма. А чтобы никто не перепутал со словом «ферма», тут специально ударение на букву «А» поставлено. Снимок сделала моя жена, станция метро, бульвар Дмитрия, сейчас, улица Академика Яковлева. Или бульвар, нет. В общем, где-то там далеко-далеко на юге Серой Ветки, по пути в Битцевский парк, мы идем, гуляем в Битцевский парк, я говорю: стой, фотографируй. Вот, видите, живое пиво-фирма. Так. Ну вот тоже, на самом деле, конечно, это баян, но все равно я не мог не привезти здесь его. Найдите X. Вот он. Нашли. Заходите, заходите. Заходите, все поместимся. Все, вот здесь еще куча места. О, привет. Пешком пришел из Зеленограда, нет? Конечно. Я знал. Я просто 2 недели назад осуществил эпический переход пешком от станции метро Пятницкое шоссе до станции метро Щелковское. Но не прямо вот вдоль линии, а по северным, через Долгопы. В Долгопе был обед. На физтехе у меня был обед. Это вот последняя, которая в блоге была? Да, да. А позавчера я прошел еще раз 50 с лишним километров, но уже другим маршрутом. Уже от себя до Долгопа и назад. А я вчера проехал 40 километров на велосипеде.
Так что видите, спорт и математика, они идут рука об и нога об ногу, правильно, да? Нога об ногу. Вот это Сережа Варкелов, присутствующий здесь, прислал мне эту фотографию. Это гениально. Уважаемые посетители, объект всепогодная лыжня, лыжная трасса закрыта по погодному условию. Вот это, вот человек, который на это обращает внимание, это математик. Человек, который не обращает, не математик. Да? То есть это вот прямо тест на математика в чистом виде. Так, пошли анекдоты всякие. Дорогой, сходи купи булку хлеба. Ну, булку в Питере было бы. Это презентация сразу для двух городов, да? Потом. А если булки яйца, то возьми десяток. Муж математик идет в магазин, возвращается с 10 батонами хлеба. Дорогая, я проверил, яйца в магазине купил. Ну, это программист скорее. Ну, видимо, да. Видимо, да, это скорее программист. Вот. Это из Успенского. Да, я сам ничего сам не выдумываю, не умею просто. Но вот только фирма, вот пиво, фирма, да, это вот, исключение. А так я отовсюду куда-то, оттуда, отсюда мне присылают разные вещи. Вот, это из Успенского, называется «Математическое и гуманитарное преодоление барьера». Книга очень классная, маленькая книжечка. Там еще куча очень веселых примеров. Там в том числе есть пример, как выбирают в членкор, в член-корреспонденты. Вот я недавно проходил эту процедуру. Как по стадиям все там по правилам все разложено, как он пишет, правила писания математики. Выделение исторических наук оно было использовано неправильно. Потому что просто не смогли понять логический смысл написанного. Вот. И действительно, когда я стал. Я, там написано в некоторой организации, да, в книге. Но когда меня самого убирали, я увидел эти правила и понял, что в этой организации. То есть он просто взял ровно из этой организации. Вот. Так. Три математика заходят в бар. Бармен спрашивает, все будут пиво? Первый математик. Не знаю. Второй математик. Не знаю. Третий математик. Все. Давайте расшифруем. Для тех, кто не, все-таки совсем не математик, да? Давай. Что делать? Задачку сдать хочу. Задачку сдать. Ответ в первом пункте А. В первом сколько? 31, в втором 30. Встань. Как зовут? Володя. Володя. В предыдущих случаях мне пункт А довольно быстро сдавали, а пункт Б обычно неправильно сдавали. Никто не сдавал пункт Б до сих пор. Ну, в смысле, правильно ответ не называл. Я проще показал. Да? Да. Нет, мне нет. Я решал пункт А действительно быстро, а пункт Б я решал минут 10, это точно, может 15. Так, ну давайте разберем. Значит, что сказал первый математик? Что, вот если он говорит «не знаю», что это значит? Что он будет пиво, совершенно верно, что он не против, он будет пиво. Потому что если бы он не хотел пива, то на вопрос «все будут пиво» он бы уже ответил «нет, не все, потому что я-то не буду, а раз я не буду, то все уже не могут». Отлично. Значит, то, что он будет пиво, стало ясно всем двум другим математикам. Второй математик тоже. Раз он говорит «не знаю», значит, он пиво будет, потому что иначе он сказал «нет». Прекрасно, да, и кроме того, он уже видит, что предыдущий будет. Значит, соответственно, уже первый и второй будут пиво, и третий, так как он тоже будет пиво, если бы нет, он сказал бы «нет, не будут». Не все, сказал бы, да? А он отвечает «все будут пиво», потому что вопрос поставлен именно так. На вопрос «все будут пиво» математик не отвечает «я, например, буду или не буду». Это так отвечает не математик. А математик будет отвечать на заданный вопрос. Но вот, тем не менее, бармен может вполне понять из этого разговора все. Вот так. Бармен математик. Теперь математики. Ну вот сейчас как бы, сейчас уже вот, вот кто сейчас проявил свое математическое. Можешь сейчас не участвовать, я сейчас буду голосовать. Значит, чтобы вы не смотрели, что он отвечает. А про остальных присутствует. А, Серега, тоже не поднимай, ладно, руку ни в одном, ни в другом варианте. А про остальных неизвестно, что они математики, поэтому на остальных вы не сможете положиться. Я утверждаю, что, допустим, я вот утверждаю, что все крокодилы в Москве реки красные. Верно ли это утверждение? Давайте поднимите руки, кто считает, что оно верное. Так, опустите. Поднимите руки те, кто считает, что оно неверное. Гораздо больше. А теперь давайте разберемся. Но тем не менее у нас раскол. Раскол по верности этого утверждения, да?
Ну, и, слава Богу, церковный раскол, да? Раскол по тому, как мы можем это утверждение, да? Как оно там кажется, верно или нет? То есть, да? А в Москве реке разве есть крокодилы? Значит, вопрос о том, есть ли крокодилы в Москве реке, мы чуть-чуть пока отложим в сторону, да? Но тем не менее, для того, чтобы утверждать, что это утверждение верное или неверное, нам придется выяснить, есть ли в Москве реке крокодилы. Так вот, подсказываю, их нет. А какой в Москве реке идет речь? Ну, вот той, которая тут вот подложена. Вот. Итак, давайте подумаем. Бывают вообще красные крокодилы? Можно вопрос? Нет. Ну, если их покрасить. А их нет, это утверждение на чем основывается? Ну, как-то на житейском здравом смысле, что ли. Ну, в общем, да, скорее. Я просто знаю точно, что вылавливали крокодилов из Москвы реки. А где тогда? Как? Где? Лежавший крокодил, да? Да, ну тогда будет, к сожалению, да, другое рассуждение. Бегемотов давайте. Смотрите, значит, давайте я сразу открою все секреты. Утверждение это верное. И вот почему. Потому что, чтобы опровергнуть некоторые утверждения, необходимо привести контрпример. Так мыслят математики, и это математическое соглашение. Утверждение «все крокодилы в Москве реке красные» является верным именно в силу того, что их там нет. То есть мы не можем привести контрпример. Вот если бы оно было неверным, это означало бы, что не все красные. То есть это зеленые, зеленые и красные, да? Да, конечно, конечно, любого цвета. То есть не все крокодилы в Москве реке красные, не все. Тогда существовал бы конкретный крокодил, которого можно было бы предъявить, и он, естественно, был бы зеленый. Вот. И тогда бы это была проверка. Но так как мы не можем предъявить конкретного крокодила, то остается принять утверждение номер один по принципу исключенного третьего, и спросить ему, да. Что... Я могу объяснить по-другому. В программистке все из нуля. Все из нуля. Все из пустого множества, да. Все, да. Все. То есть все крокодилы из пустого множества крокодилов. Их нет. Поэтому они все красные. Их нет, поэтому они все синие. Их нет, поэтому они все умеют летать. Все крокодилы в Москве реке умеют летать. Понимаете? Это все верное утверждение. А вот теперь вопрос. А что, если мы задаем вопрос про акул? Дело в том, что есть. Вот это крокодил из Оки. Он живет в Пущино в загончике. Его мне прислали пущинские биологи и сказали, что осторожно со своими утверждениями, Саватей. Ты, конечно, прав, но если бы про акул написал, уже не был бы прав. И вот предъявляют мне зеленого крокодила, живущего в Оке. Нет, есть вариант, когда он тоже красный. Если это задача времен холодной войны, и задачу придумали на той стороне лагеря. А, то есть его политический, что у него взгляды красные. Да, политические убеждения. Политические крокодилы политически разделяют красные взгляды и воюют за красные. Да, конечно. А если убрать зеленый и оставить красный, просто ну, там же RGB. Если с RGB поиграться, вдруг он станет красным. С чем? RGB, ну, red, green, blue. Световой сигнал. Просто другой звуковой сигнал. По-другому световой. Его снять. С настройкой цвета. С настройкой цвета. Ой, я просто цвет ничего не понимаю, потому что у меня нет ни этого самого, никаких приборов, с которыми можно играть. Да, ну вот. А можно вопрос? Да. Это чтобы предыдущая тема про красных крокодилов, не понял, вот хорошая. А потом все же все крокодилы синие, тоже да, самое. Верно. И красные и синие, это получается одновременно. Все крокодилы в Москве красные. И все крокодилы в Москве синие. Но ни одного крокодила, который был бы одновременно и красным и синим, ты не предъявишь. Ну а это что, предъявлять, если так, как-то красный не равно синий? Не равно, но ни одного примера конкретного крокодила, который, соответственно, и красный, и синий, не предъявишь. Так а зачем предъявлять, если ну как-то ну, не склонен? Предъявлять нужно для того, чтобы опровергнуть это утверждение. Опять же, по-программистски все из нуля красные равно так же, как и синие, равно так же, как и зеленые. Нет, но к этому надо привыкнуть. Тем не менее, к этому действительно надо привыкнуть. Я просто сообщаю, что ровно такое соглашение действует в математике. То есть любой элемент пустого множества обладает любым свойством, которое вы ему хотите приписать. Абсолютно любым. Ну, одновременно двумя свойствами. Одновременно любым, да, абсолютно противоположными свойствами. Потому что их нет. Просто всего просто их нет. Но тут просто такое соглашение. Так проще писать формулу, так проще доказывать теорему. Заходите, пожалуйста, все влезут, все. Вот тут вот есть огромное количество мест.
проходите вот сюда. Все влезут, не переживайте. Не переживайте. Все обязательно. Вот ты тоже здесь. О, и ты здесь. Да, хорошо. Так, первая часть. Самый старый шахматист среди математиков и самый старый математик среди шахматистов. Это всегда одно лицо или может быть разное? Разное. Общий консенсус, что разные, да? Давайте порешаем эту задачу. Уже чисто прямо на доске. Вот у меня множество всех шахматистов, да? Это шахматисты. Вот. А также это тоже из Успенского. А нет, это из Шиня. Это книга Верещагин Шинь «Начало теории множества». Первая задача в этой книге. Вот, значит, итак, шахматист среди математиков. Значит, тогда мне нужно еще множество математиков, да? Самый старый шахматист среди математиков, правда? Где он вот на этой схеме находится? Вот здесь, да? То есть во множестве ше, пересеченное с эр, правильно? Вот здесь мы ищем самого старого человека. И обозначаем этого самого старого человека. Точечкой, например, ему 105 лет. Вот. А, значит, тогда, значит, теперь следующий вопрос. Самый старый математик среди шахматистов где находится? Там же. Там же, да? Да. Что ж, получается, мы в одном случае ищем самого старого человека в пересечении этих множеств, а в другом случае самого старого человека где? Там. Опять в пересечении. Ну да, самый старый математик среди шахматистов. Он одновременно тоже является и шахматистом, и математиком, да. То есть это просто пересечение шахматистов и математиков. Поэтому самый старый шахматист среди математиков и самый старый математик среди шахматистов – это просто самый старый человек, который одновременно шахматист и математик. А он один и тот же, конечно, это всегда. У нас может быть множество математиков, которые уже шахматисты, и отдельно какое-то левое множество шахматистов, которые уже другой математик. Но все-таки и те, и другие должны попасть во множество шахматистов и множество математиков. Кто-то другой. Как ни крути, да? Ну, да. Но множество шахматистов вот, множество математиков вот, и пересечение вот. То есть как ни крути, оба человека должны быть в пересечении шахматистов и математиков. Это просто как бы. А можно я дополню еще? А если их нет, то же самое. Даже если это пустое множество, это все равно нет. Это продолжение предыдущей, да. Девушка. Я могу вам сказать, если их нет, то тогда можно было бы нанести вопрос, а верно, что это не одно и то же лицо, то тогда Лев тоже. Лев был бы Лев. Лев? Просто я думаю, что ты даешь определенную математическую трактовку вопросов, да, а возможно, как бы у людей другие какие-то подходы, как бы трактовать сам вопрос. Например, свой среди чужих и чужой среди своих. Это один тоже человек. А что такое лучший? Что такое самый лучший математик среди шахматистов? Это тот, который как-то там играет в шахматы и при этом там все разберет, или даже межна, правильно? Или какую-нибудь задачу решил великую. А что такое самый лучший шахматист среди математиков? Это тот, кто знает математику и при этом играет на гроссмейстера. Это разные. Эти самые разные, что называется... упорядочение вот этого множества. Вот сюда вот мы смотрим самого лучшего математика, а вот сюда мы смотрим самого лучшего шахматиста. И запросто может оказаться, что это совершенно разные люди, и, скорее всего, это самые разные. Но был период, когда почти был ответ, почти что все-таки один и тот же. Когда был Иммануил Ласкер. Он был очень известным математиком, но одновременно он был чемпионом мира по шахматам. Да, Абатранник. Да. Первый вопрос, то если два лица, а эти два, а не один? Но все равно мы можем вычесть там до секунды, слышишь? До доли секунды. А? Если не понять. Ну тогда все равно кто-то из них раньше. Ладно, я потом быстрее. А если нет? Ну вот да, опять же. Но я предполагаю, что все-таки эти множества явно всегда пересекаются. Вот, обычно это, конечно, должны быть разные люди. Нам трудно представить себе, что чемпион мира по шахматам еще и чемпион мира по математике. Да? Поэтому это скорее всего чемпион. Да. Вот. Так, хорошо. С этим тоже мы разобрались. С этим мы тоже разобрались. Сейчас будем всякие сюжеты разбирать уже
из тетрадочки сюжеты. По-моему, это с вами. Что? Задача это не решение, да? Ну, самый лучший, просто когда мы говорим самый лучший среди шахматистов, среди математиков, здесь уже нужно понимать контекст, да, что явно подразумевается, что лучший шахматист, самый лучший шахматист среди математиков, это мы ищем человека лучше всех играющих в шахматы. Ну, по формулировкам кажется, по крайней мере, да. Ну, я, по крайней мере, так распознал. А самый лучший математик среди шахматистов, это мы смотрим на то, чтобы математик играл в шахматы хоть как-то, но при этом лучше всех решал задачу. А, вот еще, конечно, ну как же без этого сюжета? Можно не делить на ноль? Можно не делить на ноль. В школе говорят, что нельзя делить на ноль, да? А давайте поймем, почему же нельзя? Давай, вот кто считает, что можно делить на ноль? А что ты считаешь, что нельзя делить на ноль? Да. Бесконечно большое число. Вот что такое, да, делить на ноль? Это вот, смотрите, физически, как я это объясняю? У меня, кстати, ролик есть на науку про, который чрезвычайно большого популярности поимел вот с этим делением на ноль. Там я объясняю вот с двух позиций. Вот физическая позиция. У вас есть, допустим, литр сока. Да, литр сока. И вы хотите его разлить детям по 100 грамм. На сколько детей его хватит? На 10. На 10. А если по 10 грамм разливать? На 100 грамм или 100 миллилитров? Ну, миллилитров. На 100. На 100. А если по одному вот такому миллилитру наливать? На 1000. На 1000, да? На 1000. Уже почти ничего даже не почувствует, но все-таки на 1000, да? Вот. А? Подерутся, да? А если на вот постольку разливать? Ну тогда на миллион детей, представляете, да, да, если по миллиарду, уже почти все дети планеты уже, да, может быть, в нашем литрусовке. Ну а, соответственно, 1 делить на 0 равно уже плюс бесконечности, то есть как бы никакому числу не равно. Но это физическое объяснение. У математиков своя дорога, и я сейчас ее вам расскажу. Значит, это физическая дорога. Так, сейчас. Ага. То есть, понимаете, какая из тряпок лучше всех собирается. Так. Вот. Значит, в математике число А делится на Б. Мы говорим. А потому что именно что это не приказ разделить, а это утверждение о делимости. Мы говорим, что А делится на Б. Вот это обозначение, да, вот это обозначение. Если существует, можно уже использовать это замечательное банта. Существует С. Заходите сюда, здесь очень много места. Очень много. Существует С такое, что А равно Б умножить на С. Все. Вот определение делимости. Вот, и оно так звучит. А делится на B, существует C, такое, что A равно B умножить на C. Здесь, естественно, надо уточнить. Например, чтобы вы утверждали, что 7 на 3 не делится, вы должны перебирать только целые числа, правда? Потому что иначе, пожалуйста, 7 третьих, вот вам прекрасное число, умножаешь на 3, получаешь 7. Поэтому о делимости обычно говорят в применении к целым числам, не к произвольным дробям. К целым числам. 7 на 3 не делится, потому что мы можем просто физически перебрать там первые сколько-то чисел и увидеть, что не получается, а дальше будет слишком большой результат, потому что не делится. Вот, а 6 на 3 делится, да? Потому что существует число, которое равно 2, правильно? Вот, которое умножение на 3 значение. Хорошо, теперь давайте проверим. Вот 1, что означает 1 делится на 0? 1 делится на 0, если существует c, такое, что единица равна 0 умножить на c. Так как 0 умножить на c, это 0, 0 раз взял какое-то количество. 1 не равно 0. 1 не равно 0, да. 1 не равно 0, значит 1 не делится на 0. А 0 значит, что можно определить 8. А 0 на 0? 0 на 0 делится, совершенно верно. Потому что существует такое число, которое при умножении на 0 дает 0, а именно любое число, совершенно верно, комментарий из зала верный. Любое число при умножении на 0 дает 0. Но
Понимаете, когда вот я пишу 3 значка, это факт делимости, а когда я пишу 2 значка, это приказ разделить. И вот этот приказ ни здесь, ни здесь выполнить нормально не получается. Здесь потому что не существует такого числа, а здесь потому что их слишком много. Эффект деления неоднозначный. Все числа подходят. Поэтому 0 разделить на 0 это множество вообще всех целых чисел. Все, можно вопрос? Да. Есть такое интересное отображение вот прямой на единичный круг, да? С помощью сечения из вот точки верхней в точку напрямую. И, собственно, тогда получается, что мы получаем все кружки к точке круга, но та, которая сверху, она будет соответствовать бесконечности, как бы, да? Ну, как бы, да. Плюс или минус. Как бы, да. И то, и другое получается, да? Ну, это проективное, да, проективное понимание. Она это... чего-то дает понимание вопроса? Ну, как-то это данный тем явно не относится. Так. Нет, это отдельная огромная лекция по проективной. Это геометрический смысл получается. Вот. Вот так. В общем, 0 на 0, ребята, делится. Да? Что, точку сидишь на это больше? Нет, а вот как раз в том-то и дело, что... А, ну что, в смысле, чтобы 0 не делилось на 0? Да, но математики считают, что 0 на 0 делится. Вот так надо понимать, что математика немножко другой. То есть нормальные люди ноль даже не будут делить на ноль, потому что совершенно без смысла. Ну как бы, какой в этом смысл? Зачем ноль литров делить на ноль там? Идти или на ноль этих самых? Совершенно бессмысленно. Но математики, они не... Вы поймите, что математики понятие смысла, оно совершенно другое. То есть то, что кажется абсолютно бессмысленным, нормальному человеку для математики вызывает глубокий смысл. Часто такое бывает. Вот. Так, кажется, здесь все, да? А, ой, ну это да, это из переселения душ. Восстановлен облик Генриха VII, первого монарха династии Тюдоров. Мне присылали фотографии и спросили, что я об этом думаю. Не знаю, что думать. Похож. В некоторых краях я... Моя жена Марина и Света, Юра, Надя, трое мелких детей, идут в поход. А поход происходит, такой циклический поход, называется Тиринкур, прям типа, по-европейски очень, да? И написано в начале, что 1 час 35 минут предстоит идти среднестатистическому человеку в этой тропе. Забегая вперед, в нашем случае так и было. Надя, правда, на плечах ехала больше. Но в целом так и получилось. Вот. Ну там, когда я бегал этот Тиринкур один, там получалось типа 25 минут. 30, ну это как-то. Так, в режиме. Хорошо. Ну, конечно, есть и те, которые за 15 бегут. Но, в общем, суть не в том. А в том, что когда мы отошли минут, через сколько-то минут, мы обнаружили очень странную указатель. Все это можно туда поехать, просто проверить. Значит, выглядело это примерно так. Значит, до финиша в ту сторону и до финиша в эту сторону указывалось. И до финиша вот в эту сторону указывалось, что остается 15 минут. А до финиша в эту сторону, как вы думаете, сколько? 1 час 15 минут. Я говорю, Марин, смотри, прикол, а? Даже не стали складывать, просто взяли, написали от балды, и даже не проследили, чтобы было то же самое. Идем дальше. Это время для того, чтобы передохнуть как раз в этой точке? Не знаю, идем дальше. Доходим до места, примерно здесь, и обнаруживаем, что назад-то 30 минут, а вперед-то 55 минут. Да, тут я начинаю уже совсем. Ну ладно, идем дальше. Доходим до самой середины маршрута и обнаруживаем, что... Ну или примерно до середины маршрута и обнаруживаем, что сюда, значит, получается 40 значит, минут, да? Сюда 40 минут. Ну и сюда тоже, собственно. Минуты съедаются с каждым разом. Минуты съедаются. Получается вот такая ситуация. И тут я
делаю вот так, блин, идиот, это же очевидно. Короче, ошибки нет. Кто скажет почему? Можно я попробую? Давай. А возможно дело в наклонах, потому что если человек идет с наклона, это быстрее идет, а если в наклон, то медленнее. Встань, покажись. Кирилл абсолютно прав. Значит, мышь — это Сочи, Красная Поляна, Теленкур дальний, там, вот, который самый последний, вот он очень-очень высоко вверх, там, типа 150 или 170 по вертикали набирает, и потом обратно. Вот. И, соответственно, действительно сбежать, то есть до сюда человек будет идти вверх дольше, чем вниз. То есть если его сюда вот как бы привезти на вертолете, сбросить двух людей, они оба дойдут до низу за 40 минут. Но если они начинают отсюда, то оба дойдут до верха там за почти час. То есть тут все правильно, нет никакой ошибки. Это совершенно гениально, что они это, наоборот, совершенно гениально, что они это учли. То есть это вот, ну, минутку, удивительно. А если в середине пути посчитали 40 минут оставать, как это могло быть? Ну вот я и говорю, мы шли вверх сюда гораздо больше, чем 40 минут. Просто здесь написано, как обратно идти, сколько. Из этой точки сколько идти обратно? Туда. Час, обратно 40 минут. Да. А сейчас нужно маршрут замкнут или нет? Маршрут замкнут. Просто ну, идешь в гору и потом с горы. Высокую гору и потом с горы. Из-за этого так и получается. Все правильно. В гору мы идем час, обратно идем с руки. Да? То есть если мы пойдем не по направлению, которое указано, а в другую сторону, если он может... То же самое будет. Просто в эту сторону они будут очень медленно идти. То есть, грубо говоря, вот если мы будем сейчас отсчитывать секунды, да? Вот отсчитываем на часах. А, вот я сейчас рисую. 15 минут. Полчаса, 45 минут, почти час и остальные 35. Понятно, да? Вверх и вниз. Вот, неравномерность движения. Но это просто, меня совершенно это выморозило. Ну, в хорошем смысле. То есть я когда понял, насколько они умные, да, что они это сделали, и правильно совершенно указали. Это настолько глупо, что даже умное. Нет, ну это именно умно, нет, ну это как, то есть глупо было бы, если всюду они делали так, что сумма одинаковая. Это очень круто. Это, короче, реклама. Это реклама Красной Поляны. Но мы действительно очень любим, честно. А Тириуса находится? Ну, от Тириуса, да, 50 минут. Ну, на самом деле, даже меньше сейчас, очень быстро электричка такое, раз-раз и все. Так. Ну, хорошо, нет, мы с такой аудиторией спрашивать про круг, это мгновенно будет ответ. Но давайте решим вот такую задачу. Я сейчас хочу проиллюстрировать некоторые методы. Опять же, математика совершенно очевидна и известна, но я хочу всем рассказать про этот метод. Он называется метод математической индукции. Да, вот я хочу сейчас его рассказать. Я хочу рассказать на примере задачи одной. Доказать, что число 1, 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
вернее, единиц, в котором 3 в степени n единиц. Кто дополнит? Делится на 3. Делится на 3 в степени n. На 3, что тут доказывать? Сумма цифр, да? Что тут доказывать? Нет, на 3 в степени n. Число из 81 единицы делится на 81, а из 243 единиц на 243. Вот так. Сейчас будем доказывать. А, больше не попробую. Ну, я не буду ничего говорить, я просто знаю. Кто из вас? Ну давай, хорошо. Давай. А я чуть-чуть передохну, водички попью, масло выпью. Значит, ну, мы уже сказали, что оно точно делится на 3, потому что сумма чисел делится на 3. То есть мы можем это записать, потому что у нас число, скажем, что x, и оно точно делится на 3. Тогда мы докажем, что... Степень первая. Тогда мы докажем, что оно будет делиться точно на 3, 1 плюс какое-то число. То есть, если мы скажем, что единица плюс какой-то будет... База индукции.
Да, да, да. Вот. Я именно хочу даже не через индукцию. Просто я давно изучал, поэтому сейчас будем восстанавливать. Ты хочешь сбой брать? А? Просто таким методом я не знаю, как доказать до конца. Просто если мы скажем, то, что у нас плюс, то есть x делится на 3,1, и если мы плюс какое-то число, оно тоже будет делиться на 3. Попробуем доказать. Вы пока тоже думайте все. Как говорится, ставьте на паузу видео, да? Заходите, заходите, друзья, заходите, здесь очень много места. Везде куча места. Без проб... О, Витя, привет! Привет! Так, вот, вот там вот очень много места. А, в общем, то есть если у нас оно делится на 3, то если у нас а равно единице, то оно, скорее всего, включится. Сейчас, подожди. Ну нет, да, давай, если все-таки... А у тебя есть готовое решение? Все, давай тогда уступим. Давай, готово. Давай, готовое. Просто я не знаю, можно ли таким образом добиться, это я не знаю, но есть некоторые гораздо более такой, как бы, прямолинейные. Да, давай, расскажите, есть такой забавный метод математики, который, как Алексей Владимирович назвал, метод математической индукции. Это буквально вот как, если доминошки поставить, первую толкаешь, они все посыпаются. То есть, если у нас что-то верно для m единички, это называется база. Это база, да, база. То есть база для n равно единичке первым. Да. И то, что называется переходом или шагом. Переход. Что если для любого n верно, ну, если из того, что для n верно, следует, что для n плюс 1 верно. Если мы умеем утверждение выводить, что оно верно для следующего n из предыдущего, тогда вот это вот. То вместе с базой это означает, что мы можем вот так шаг за шагом вывести для всех. И тогда мы все доказали. А можно дополнить маленький важный нюанс? Если базы нет, а есть шаг, это ничего не значит. Подожди, сейчас это следующая задача. А, следующая? Конечно. Это не про одноцветное ли такое? Не про одноцветное ли такое? Нет. Такое знаешь. Вот, а что мы, собственно, хотим сделать вот тут? Ну, как с... Тремя в n-той степени работает непонятно. Нет, давайте что-то базу. А, понятно. Что такое n равно единице? Сейчас, это сколько здесь единиц? Да, поэтому мы хотим сделать это по индукции. Три единицы, да? И оно делится на 3 в степени 1. Но никто не будет спорить, что 1 делится на 3. Хотя бы по признаку делимости, да? Поэтому база явно есть. Так, теперь что мы хотим? Мы хотим, вот мы, если мы знаем, что у нас, вот из того, что мы знаем, что у нас, вот 3 венты единички делятся на 3 венты. Да. Мы хотим получить, что 3 вент плюс 1. Да, да. Вид делится на 3 вент плюс 1. Да. Ну, как мы это сделаем? Вот такая штука, там, 3 вент плюс 1 единица, это, собственно говоря, давайте, пожалуйста, вот это вот я буду называть буковкой, не знаю, Т большое, просто чтобы не писать каждый раз вот эти вот 3 единицы. Да, хорошо. Да, вот это вот, представьте, это... что это такое, вот эти единицы в количестве 3 вент плюс 1, что это? Это вот тут 3 единиц, 3 венты, потом еще раз 3 венты единиц, и потом еще раз 3 венты. Понимаете, да? Это трижды написанное t. Вот это. То есть это t, ну вот это вот t на 10, 2, 3 венты, плюс t на 10 в 3 венты, плюс t. То есть... Т на 10, 2, 3 венты, плюс 10, 3 венты, плюс 1. Ну, я сейчас прокомментирую, это вот как бы математически строго, да? Но по сути, что говорится, что вот столько единиц, да, например, 9 единиц, это 3 вот такие единицы умножить на число, которое равно 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1. Вот такое. Вот это число... На самом деле, это число 1, потом много-много-много-много нулей, еще одна единица, еще много нулей и единица в конце. Угу. Вот, то есть вот чтобы вы, как бы, трудно сразу с этими n работать, если вы никогда не пробовали метод математической индукции. Поэтому вот сюда, смотрите, вот так, да, и понятно, что когда я написал 27 единиц, угу, то же самое возникло эффект. Вот это вот 9 единиц умножилось на 1, 0-0-0-0-0-0-0-0, 1, 0-0-0-0-0-0, и снова 1 в конце. Ну а дальше, наверное, очевидно, да? Ну, да, у нас вот это вот t делится на 3 венты. Вот, вот, потому что это вот тут написано, мы в это верим. Да. А вот это число, оно делится на 3. Ну вот. Сумма цифр. Сумма цифр. Там 3 единички всего.
Поэтому тренинг точно делится. Ну, вот это и все абсолютно верно. Спасибо огромное. Все абсолютно верно, да. Задача очень хорошо иллюстрирует метод математической индукции. Спасибо Канелю, Алексею Яковлевичу, Канелю Белову за эту задачу. У меня все что кто-то всегда что-то подкидывает. Я говорю, я сам очень мало выкидываю, на самом деле. Мои лекции — это компиляция из книг там всяких. Очень редко бывают собственные. Ну вот Селенкор — это собственный сюжет, да. Но это как бы, вот, да, это редко бывает. Вот, так что да, видите, ну и дальше понятно. То есть вы фактически, по-русски говоря, да, из того, что 9 единиц делится на 9, вы выводите, что 27 единиц делится уже на 27, потому что еще раз на 3 что-то там умножается. Так, 81 единица, соответственно, 3 блока по 27, да, опять же, 27 делится на 27, и еще вот это число делится на 3, ну и так вот шаг за шагом, раз за разом, проходите сюда, здесь куча еще места, и там есть место. Вот, а теперь давайте докажем, что все, все одноцветные мячи, которые продаются в магазинах, все они, ну, все там, красный, зеленый, синий, на самом деле, что они все одного цвета. Вот это вот вам кажется, что они разных цветов, да? Вот сейчас мы докажем, что они на самом деле все одного цвета. А? Не факт. Нет, я имею в виду именно вот вместе с краской. Если мы сейчас возьмем и уничтожим все мячи, то они реально будут одного цвета. Мы не будем уничтожать мячи, возьмем все мячи, да, вот, они же все одного цвета, почему? Ну, смотрите, предположим, что мы доказали, что N мячей, вот любые N мячей одного цвета, вот, допустим, мы это доказали, да, вот, какие бы ни взяли N мячей, они будут одного цвета. Тогда, смотрите, ну, допустим, что мы это доказали, сейчас вот предположим, что это утверждение для N верно. Вот мы сейчас доказали, что любые N мячи. И мы сейчас выведем, что любые N плюс 1 тогда тоже одного цвета. Почему? Ну, потому что, давайте вот так поставим их, вот эти N и эти N, вот так. Поставим, ну, и вот эти одного цвета, и эти одного цвета. Но понятно, что тогда цвет-то один и тот же, потому что тут некоторые мячи просто повторяются. Вот, соответственно, если любые n мячи одного цвета, то и любые n плюс 1 мячи тоже одного цвета. Значит, для любого n это верно, значит, все мячи одного цвета. Хорошо, тут есть база n равная одному, которая вполне себе удовлетворяет. Это то же самое, что в предыдущей задаче, когда что 3 делится на 3 в нулевой степени. Потому что 3 в нулевой — это 1. Ну да. И один мяч, понятно, тоже он, понятно, одного цвета. Одноцветный мяч, он одного цвета. Я могу сказать. Где ошибка? Я могу сказать. Мы ставим два мяча, и надо звучать. Молодец! Почему? Почему не устраивает? Почему это доказательство где-то ломается? Потому что есть контрпример. Ну нет, это так не работает. У нас есть база, есть... Нет, ну на самом деле, правильно, как тебя зовут? Ярослав. А? Ярослав. Ярослав, вот если у вас n равно единице, попробуйте вывести для двух. Любой один мяч одного цвета и любой другой мяч одного цвета. И что? Пересечения-то нет. Мы говорим, можно больше предполагать, тем, что пересечения не будет, а то есть мячей хотя бы 3 стало. Да. То есть мы хотя бы 2. Обман был в тот момент, да, когда мы сказали, что вот эти n, ну n, для вас же n это много, правда? N это много, но n бывает и равно. А вдруг n это 0? А если 1 вторая? Если через 1 вторую доказать? Вот так, так что это к чему? Осторожнее с методом математической индукции, он кусается. Это очень аккуратно, это очень тонкая штука. Метод математической индукции очень тонкий. Сейчас я вам приведу еще одно типичное рассуждение для математика. Типичное, которое придумал Пьер Ферма. Называется метод бесконечного спуска. Который очень похож на метод индукции. Вот, но чуть-чуть по-другому он вот, действует. То есть он позволяет доказывать, что некоторые ситуации невозможны. То есть он позволяет доказывать неразрешимость определенных уравнений. Вот, я продемонстрирую это на примере числа корень из двух. Ну, я прошу прощения, у детей, которые здесь есть в некотором количестве, корень из двух — это такое интересное число. Его если на себя умножить, получится 2.
Ну, оно, понятно, оно не целое. Конечно, да. Один на один умножаешь один, а два на два уже четыре перелетели. Поэтому ясно, что оно не целое, но оно где-то в районе полутора, правда, потому что полтора, если умножить на себя, получится сколько? 2,25. Ну, что-то уже хорошее. 1,6 будет 2,56. Нет, слишком много. Наоборот, 1,4 надо брать, да? 1,4 умножаешь, получается 1,96. О-о-о! Уже неплохо, да? 1,41, там можно постепенно все его нащупывать и нащупывать. Но где-то оно живет. Где-то живет такое число. Где же оно, интересно, живет? Ну как где? Ну вот берете квадрат со стороной 1 дециметр. Тогда его диагональ, по известной теореме Пифагора, да? 1 квадрат плюс 1 квадрат равно х квадрат, х квадрат равно 2, х равен корень. То есть, в принципе, вот оно здесь и живет. Вот. Так вот, я утверждаю, что бы вы думали, я утверждаю, но математики понимают, что это число по Пифагору вообще не число. Пифагор говорит, все есть число. Что такое все есть число? Что такое вообще? Знаете, Пифагор? Секту он основал, да, секту. В этой секте изучали числа. Да. Да. Пифагор считал, что других не должно существовать категорически. Да, я как раз к этому веду. Пришел гениальный ученик и провел то рассуждение, которое я сейчас проведу, на самом деле другое. То, которое я проведу, какой-то англичанин 19 века придумал, хотя оно совершенно вот по духу своему античное. По духу. Я сейчас вам проведу рассуждение, полностью античное по духу. Но оно сделано в 19 веке. Это к тому, как вот на самом деле удивительно, какие удивительные вещи иногда всплывают гораздо позже, чем они могли быть доказаны. Так вот, ну вот примерно там в какой-то в этом же духе рассуждение провел и твердо установил, значит, Пифагора и всех его, значит, этих самых ребят, что вот такого числа нет среди дробей, а никаких ни дробей не было, а диагональных квадратов есть. Что же делать? Утопить. Потому что нельзя такую правду терпеть, да? Сжечь. Да, сжечь, утопить, удалить, либо самим всем, либо сам. Ну, якобы они его утопили. Ну, не знаю, насколько это правда. Но суть в том, что корень из двух, конечно, всплыл. Правду так просто не утопишь. Да? Человека можно утопить, а правду не утопить. Вот. Так вот, сейчас я вам докажу, что таких чисел МН не существует. И вот здесь будет применен вот этот прием. Я даже не буду рассказывать, в чем он заключается, потому что я его вначале применю, а потом вы поймете, в чем он заключается. Значит, смотрите, что мы будем, ну, первым делом это всегда начинается как бы от противного, да, рассуждения. Кстати, да, очень важный момент, ну, который все, наверное, особенно старшие помнят, да, рассуждение от противного. Допустим, это утверждение неверно, тогда корень из двух таки равен МН, правда, да? То есть существуют такие МН. Существуют. Но тогда это означает, что двойка равна чему? М на N, да? Делить на N на N. Но давайте посмотрим на это дело геометрически. Что это означает? Это значит, что вот M на N вдвое больше, чем M на N, правда? Да? Ну давайте это нарисуем. Вот у меня квадратик. На клетчатой сетке. Внимание, это очень важно. Вы ее здесь не видите, клетчатую сетку? А я вижу, она есть. Вы тоже должны увидеть. Зеленая. Она есть. И на этой клетчатой сетке нарисован квадрат размера m на n. m единиц на n единиц. Целое число. И он вдвое больше. Серега, ты знаешь это доказательство? Знаешь. Вот, он вдвое больше, чем какой-то другой квадрат. N на n. Ну давайте посмотрим, как это может быть. Вот я взял, нарисовал вот сюда его. И нарисовал вот сюда его, правда? Так? Ну вот так как-то нарисовал, да, допустим, его. Так и так я хочу как-то более правдоподобно нарисовать, но мне это плохо получается. Да? Ну, нормально, уже хорошо. Вот. Значит, соответственно, два зеленых квадрата. Это синий квадрат, правда? Два зеленых квадрата. Равно синий квадрат. А это получается, что у нас две стороны равняются... Не всегда могу сказать. Нет, по площади. По площади нет. Смотрите, площадь. Вот, площадь суммарная двух зеленых квадратов равна площади синего.
Какой вывод можно из этого сделать про картинку, которую я нарисовал? Что площадь двух маленьких квадратов на площади шишки. Да! Что площадь недосдачи, это вот вам не доздали, не покрыли, да? Вы что пытаетесь сделать? Вы двумя зелеными квадратами пытаетесь покрыть синий. Но у вас не получается, вы же не режете их. У вас получается перекрытие и недокрытие. Недокрытие мы обозначили двумя красненькими квадратами, перекрытие одним черным. И что же мы можем сказать про площади этих двух квадратов? Вот. Они тоже квадратные. Правильно! К умножить на К равно 2Е умножить на L, где К вот здесь, а L вот здесь. И это все на сетке происходит, напоминаю, на сетке, целочисленной сетке. И К и L тоже на сетке. Все, что происходит, происходит на сетке. Значит, из того, что существуют М и Н вот такие, следует, что существуют К и Н вот такие, но тут еще К явно меньше М. Все целые числа, натуральные. Вот, а вот теперь... Пожалуйста, вдумайтесь в то, что произошло. Просто вдумайтесь. Ну, математика, понятно все? А вот кто не математик, подумайте, что произошло. Предположим, что корень из двух является рациональным числом m делить на m. Пусть m и n хоть сколько угодно большие, огромные, пусть это какие-то триллионы, да? Но это целое число. А мы смогли доказать, что тогда существуют какие-то другие два натуральных числа. Меньшие, чем те, которые все еще удовлетворяют тому же свойству. Ну, то есть мы в конце упремся в единицу? Конечно, мы упремся, потому что теперь мы здесь делаем эти, вот этот будет двое больше, чем этот. Но мы продолжаем быть на сетке. Мы не можем бесконечное количество раз продолжать быть на сетке, уменьшая этот размер. И в этом и есть противоречие. Вот кто это освоил, тот уже, в принципе, математику может понимать. То есть это как бы вот эта дверь входная. Индукция и бесконечный спуск. Если вы поняли, что такое индукция и поняли, что такое бесконечный спуск, для вас открываются ворота математики. Это вот ровно оно, это тот момент. Вы перешагнули через внутреннее отторжение, да? Вы поняли, что все крокодилы красные, это был первый. Да? Все крокодилы в Москве красные, в Москве-реке, потому что в Москве есть зоопарк. Да. Вот. Потом вы вот поняли, что есть рассуждения, которые проводятся так по индукции, да? И поняли, что есть еще вот такие вот совсем хитрые рассуждения, вот это рассуждение Пьера Ферма. Но конкретно это, то есть метод бесконечного спуска придуман Пьером Ферма. А конкретно это рассуждение, я не помню, как вот этого англичанина в 19 веке зовут, кто это придумал. Но доказательство совершенно восхитительное. То есть, ну, оно полностью для нематематической как бы, аудитории годится. Поэтому не может такого быть. У нас нету таких моментов. Так, ну и последнее, что я хочу рассказать. Нет, наверное, еще парочку, ладно? Потом будет вопрос-ответ на общение. Почему нельзя бесконечно уменьшать? Целое число, натуральное. Ну, скажем, миллион. Сколько раз можно уменьшить? Ну, миллион раз. Конечно, больше числа. То есть из-за того, что оно бегает по сетке. Мы обычное число можем уменьшать как угодно. В два раза, сколько угодно раз. Но в целом оно перестает быть. Ну да, то есть каждый раз мы спускаемся на некоторую. Вот. Но это, между прочим, это как бы не кукры-мукры. В этом месте вот эта наша интуиция, да, она связана там с аксиомой Архимеда, это вещь очень тонкая. То есть если это вот как бы. Если все это фактически на аксиомы переводить, это ой. Да. А опять же, возвращаясь к началу, мы можем взять целочисленный квадрат один на один. И тут же найти контрпример, который все равно обрушит. Я просто возвращаюсь к началу лекции. Один контрпример, что разрушаешь. Квадрат один на один. Мы уже не можем дробить. Просто физически. Ну, да, ну в смысле, ты просто это к индукции сводишь. Да, но скорее к контрпримеру. Я просто нашел один контрпример, который все разрушает. Нет, как-то вот с этим рассуждением это как связано? Ну, если m и n, если m и n, такой... Ну, то есть ты хочешь его как-то через индукцию. Ну, да, ну, в общем, это вещи похожие, близкие. Да, то есть, конечно, спуск и индукция похожие, близкие вещи, да. Так, ну и, наконец, я не могу вас не отпустить
отсюда, не могу вас отпустить отсюда, без рассказа о принципе Дирихлет. Это про кроликов. Да, это про кроликов. Это про кроликов. Будут два примера. Но, в принципе, очень простые. Первый пример. Вот мы здесь. Сколько нас? Сотни тут точно есть. Не пару сотен, кстати. Тут хорошая, нормальная такая представительство. Заходите. Так вот, тут некоторые знают. Я прям, это молодой человек, уже не первый раз в своей лекции вижу. Да. Вот, там. А вот с тем я очень дружу с молодым человеком. Да? С тем тоже. Вот, вообще, можно сказать, крестными узами связаны с нами. Да? Вот, в общем, здесь есть разные знакомства. Вот давайте посмотрим, сколько у кого знакомых. Сколько у меня здесь знакомых. Ну, может, 30, может, 20. Я, если хорошо подумал, напрягусь, может, кто-то бывал. Кто бывал на моей лекции вживую хоть раз? Поднимите руку. Да. Ну, в общем, допустим, у меня 15 знакомых. Так, да, у кого-то сколько-то знакомых, у кого-то еще сколько-то. Доказать, что в этой аудитории существуют два человека с одинаковым количеством знакомых. Но мы же сейчас всех видим, все для нас знакомы. Нет, ну сейчас, да, если мы считаем, что мы уже все перезнакомились, то, конечно, доказывать нечего. А вот если до. И заодно я сразу даю вторую задачу. Заполнить единицами, минус единицами и нулями таблицу так, чтобы был антимагический квадрат. То есть, чтобы все суммы по горизонталям, вертикалям и диагоналям были различны. Вот. Вот вам две задачи на принцип Дирихлет. Первое – доказать, что это самое. Пока тебе не даю слова сейчас. Нет, то, что ты знаешь, что это задача, не сомневайся. Про Сережу тоже. В общем. Так, ну что, давайте начнем с задачи про знакомство. Вот сколько нас здесь? Давайте, допустим, нас здесь 200. Это примерно соответствует реальности. Просто так, более точно сейчас не пишет. Может, 150. Вот. Тогда сколько может быть вообще знакомых? Сколько у человека может быть знакомых? Может быть, ноль, да? Может, ноль, только нелюдимый такой ублюдок. Я никого не знаю, знать не хочу. Я туда просто так пришел, да? А тут какой-то Саватеев. Я не хочу никого знать, даже его не хочу знать. Саватеев, ну все знаю. Потом, значит, у кого-то один, у кого-то два, у кого-то, значит, 195, да? Вот. И нас 200, да? Вот. И кажется, что чего-то не хватает для использования принципа Дирихлета. Почему не хватает? Чуть больше человека на симметрия какой-то. 200 человек, 200 вариантов. Почему бы не было такого, что у каждого ровно вот... Давайте пригласим еще одного человека. Я. Да, Гена. Потому что если у человека 199 знакомых, если есть другой человек, у которого 0 знакомых, то это противоречие. Абсолютно верно. Смотрите, вот эти две позиции одновременно быть заняты не могут. Либо есть угрюмый, значит, как я его назвал, мизантроп, у которого нет знакомых, либо есть такой, у которого все. Потому что если бы они были одновременно, получается, что угрюмый мизантроп все-таки он знаком-то с этим, а с другой стороны, он ни с кем не знаком. Понятно, да, Гена, молодец, спасибо. Именно так. Эти две позиции не могут быть заняты одновременно, поэтому максимум занята одна из них. Может и не одной, да. Но максимум одна. Но тогда все остальные 199 уже имеют только 198 вариантов для количества знакомых. Значит, какие-то двое совпадают для количества знакомых. А здесь что? Это такая. Ну вот. Диагональ тоже, да, или только? Да, диагонали тоже. Все суммы по горизонтали. Так, поднимите руку, кто решил. Ну, получается 8 или сколько? Раз. Два. Так. 8 диагоналей, а. 8 сумм. Да, 8 сумм. А чисел. Затмечено. Ну, чисел вариантов, если нет 3, то 8 получается. Вот эти два тоже подойдет. У каждой число пиратчик. Ладно, говори. А то есть я тебе затыкаю рот. Говори. Ну просто мы можем получить суммы из минус 1 с 0 единиц от минус 3 до 3. Таких 7.
Совершенно верно. Ага. Ну, у нас три слагаемых. Понимаете, три слагаемых. По всем вот этим и по всем вот этим. Три слагаемых. А значит, максимум, до чего мы можем добить, это до 1 плюс 1 плюс 1, то есть до 3. А минимум до минус 1, минус 1, минус 1, то есть до минус 3. Ну от 3, ну и этот число целое, естественно, да? Сумма целая. Ну от 3 до минус 3 7 вариантов. 7! Чуть-чуть не хватает, капельку не хватает, да? 7 вариантов. Капельку, но все-таки не хватает. Поэтому сделать это невозможно. Невозможно. Вот. Жалко, да? Пытаюсь какой-то вариант все-таки повториться. Так, ну вот, собственно, и все. Осталось сказать, что вот возьмем московские номера машин. Ну, это такой совершенно боярный сюжет, но все же в терминах математики я хочу его тоже огласить. А, номеров машин. Вот сколько в Москве, да, номеров машин разных. А, я это так называю. Вот это пустое множество, это цифра единица и это цифра семерка. Это окончание 77, это окончание 97 и это окончание 99. Это полная таблица номеров московских машин. 77, 177, 777, 97, 197, 797, 99, 199 и 799. Вот эти немножко мы поделили с Крымом. Капелюшечку. Но в целом вот 9 вариантов. Вопрос, зачем так много, да? Вопрос, зачем так много? Ну, ответ лежит в том, сколько вообще можно выдать вот с фиксированным окончанием, да, вот, например, да? Ну, проще, конечно, Буланова читать лекцию, где 37 рус и все, и больше ничего нет. И говоришь, сколько машин Буланова, да? У них даже 137 еще не было. Я понимаю, да? А? Нет, нет, здесь вообще не причем, здесь может быть любое окончание. Вопрос, как устроен вообще номер? Как устроен номер? Там будет 3 на 33 и еще там 10. 33 на 33, 26. На 10, на 10, на 10 и еще на 33, правда? 26. Букв-то меньше. Просто вот это 45 миллионов, и тут не нужно столько номеров тогда. Значит, что-то не так. А что не так? Не так то, что буквы не все используются. Так вот, математически это выглядит очень просто. Используются буквы из математического пересечения двух алфавитов. Лень, пересеченный СР, латинский с русским. Все. Просто такое правило, можно так и написать. Я, кстати, одного милиционера очень долго донимал. На самом деле ответ неправильный. Ответ 999, а не 1000. Почему? Потому что 000 нет. Потому что нет номера 000. Так вот однажды там нас остановил милиционер там, за элемент в Адыгее. А я ему говорю, скажите, пожалуйста, давайте мы вам заплатим штраф, если вы нам ответите на вопрос. Он был заинтригован, был 5 утра, он значит, первого пассажира схватил, а мы в горы ехали. Я говорю, почему нет номера 000? Это же нормальное математическое число 0. Почему нет? Ну, это же не число. Я говорю, как же нет, это не число, это 0. Почему нет номера 000? В общем, он нас отпустил из парка. Я страдаю какой-то маниакальной честностью, мне приходится сказать, что я сейчас это все придумал. На самом деле штраф он нас действительно не взял, но не за это. Мы просто его попросили, зачем портить такой прекрасный день, сказали мы, и он не взял штраф. А эту историю я придумал. Но одного милиционера я вымучил, просто в другой ситуации. И милиционер не мог ответить, почему нет номера 000. Потому что он стоит очень дорого, а значит бесконечно дорого. Может быть, да. Какие сборы-то, да? Какие сборы можно произвести? То есть совершенно не понятно, почему нет номера 000. Нет, тут есть логика языка. То есть мы начинаем счет, у нас первое количество, это единица. Ну да, да, нет, конечно. Если 0, то... Конечно, мы не привыкли к тому, что 0 – натуральное число. Мы не любим это. Хотя крокодилов в этом зале 0. А натуральное число считают... Крокодилы с 0 начинаем. Нет, французы. Ну, в общем, вот так, да. Вот так, так что имперс через R. Но дальше начинается лингвистика, и вот этим я точно завершу. Как придумать самую удивительную фразу из этих 12 букв? Сережа Колосков не пришел? Нет. Ему принадлежит английский вариант, единственный известный мне.
звучит так. Heck empty box. А русскоязычных есть целое великое множество. Но я не буду говорить. Ну, с другой стороны, у нас Пасха, мы веселимся. В общем, две трети вариантов абсолютно неприличны. Из приличных я могу назвать несколько совершенно замечательных. Например, скан муховерт. Прибор, который сканирует и вертит мух. Это придумала девушка-лингвист из Петербурга и выиграла книгу. Я попросил всем знать. В Петербурге была, значит, одна из самых первых моих таких вот лекций несколько лет назад. И я говорю, кто выдумает самое классное выражение. Вот, и взял 30 вариантов было, и вот один из них был такой вот, скан муховерт. Вот, потом мне дослали еще кучу, например, варианты от Александра Филатова. Не знаю, все ли они его, по-моему, даже все, но может быть он собрал. Свет окна хмур. Дальше. Ух, скверно там. Дальше я прошу прощения. Москва рухнет. Но, есть надежда, потому что Томск наверху. Все, спасибо за внимание. Первая часть завершена. Переходим к вопросам. Да. Скажите, пожалуйста, про деревья. Собственно говоря, вы же не рассказали про кроликов. Не все знают. Когда вариантов больше, чем кабинок для этих вариантов, да? Это называется принцип Дирихле. То есть, когда вот, например, у нас было вариантов... Это называется больше, чем клеток. Да, вот у меня вот эти клетки. Сколько может быть знакомых? Все, у всех какое-то количество знакомых. Два человека в одну клетку, если у них одинаковое количество знакомых. Клеток 198, людей 199, ну как минимум, может быть 200. Я имею в виду, кроме вот этого и этого. Также здесь 8 разных сумм, но 7 вариантов для этих сумм. Поэтому две суммы должны совпасть. Хотя бы две суммы. Какие-то должны совпасть. Как не расставлять? Сколько ты его не расставляешь? Вот. Так. Сейчас будет чуть-чуть саморекламы вначале. Но вы пока задавайте вопросы. Можно прямо с зала. Можно я расскажу в связи с нашим встречей темой? Два анекдота математических. Как раз насчет серии Тупива. Давай. На острове застряли, оказались на острове физик, математик там и условно статистик. У них есть консервная банка. И, значит, физик со статистиком ломают голову, как же достать эту, как вскрыть эту банку без ножа. И они все думают. И тут математик приходит и говорит: у меня есть решение. Допустим, у нас есть нож. А второй анекдот следующий. Есть задачка. Математику, биологу и физику дают задачку. Есть лифт абсолютно с одной дверью. То есть никаких там нечестных, типа там через вентиляцию залезть никак нельзя. То есть только дверь открывается, входит человек, дверь закрывается. Лифт приезжает один этаж, выходит двое. Как такое может быть? Нет. То есть еще раз, вот открывается дверь, в него входит один человек. Дверь закрывается, лифт приезжает один этаж, ну или там сколько этажей, не важно. В него при этом никто ничего не входил. То есть как был один человек, так и остался. И лифт приезжает некоторое количество этажей, открывается, выходит два человека. Как это может быть? Беременная женщина. Лифт был пустой, да, вот в этом произведении. Лифт был пустой, в него зашел один человек. Беременная женщина, да? Ну да, первый, да, ответственный, биолог. Допустим, в этом мире существует магия. Ну, вот и физика. Потому что на самом деле зашло уже, на самом деле, это двое. Нет. Человек зашел, но у него внутри не другого. Ну, это клево. Физик говорит, что там изгладывает трансгрессия пространства, там чисто мало вероятно, мало ли вдруг. Да. А математик говорит следующее. Назовем лифт пустым, если в нем один человек. Так. Разные книги, соцсети и т.г. Это вот просто, чтобы длинные июльские, августовские дни не мучиться от безделья, можно заходить на эти ресурсы. Вот, что еще есть?
Есть родная школа РФ. Кстати, есть еще один канал. Появился канал на YouTube «Родная школа». Ой, родная, наверное. Вот так, в общем, надо смотреть. Это наши всякие там видеоразговоры с учителями, с кем-то имеющим отношение к школе, с философами про это. В общем, есть движение «Родная школа», которое я вдохновляю. Вот. Вот такие дела. Давайте вопросы задаем. Вопросы любые. Давай, давайте. Я прошу прощения, я не математик, я химик. И в последнее время мне значит, потребовалось обработать много всякой информации, для этого я выучила язык Питон. Вот. И значит, я не хочу математику, пытаюсь писать алгоритмы на этом Питоне. Сталкиваюсь с разного рода задачами, которые, как мне кажется, во многом часто оказываются нематематическими. И вот недавно столкнулась с одной задачей, которую я не могу решить, а формулировалась, как мне кажется, она очень несложная. Можно ли я ее озвучу? Можно, если не очень длинная. Не очень длинная. Значит, на каком-то этапе программирования у меня возникает необходимость как бы выяснить вычислительную величину, насколько все векторы, которые появляются в 2D-пространстве, у меня не параллельны. Можно еще раз? Ну вот, появляется некоторое множество векторов, ну, скажем, там, от 3 до 1000, и мне нужно выяснить величину, в какой мере эти векторы не параллельны друг другу. Неважно, какого они размера, неважно, где они расположены, неважно... Представляю, что это наибольший угол между углами. Да, наибольший угол между ними, да. Скорее, наибольший угол между ними. Средний наибольший. А вопрос в чем? В смысле, написать алгоритм, как посчитать набор тысячи векторов? Ну вот в одном наборе с 1000 векторов. Нужно выяснить, насколько это все не параллельно. Насколько все эти векторы не параллельны. Средний наибольший результатами в общем. Да. Но не до конца сформулировано, но здесь двойка в степени нет, я так понимаю. В общем, мы берем каждую пару. Вот ничего тут нельзя сказать. Для него берем все пары, с которыми он может быть. Потом берем следующий вектор, для него тоже все пары, но кроме предыдущей, соответственно. Потом еще следующий. Не, ну это просто вопрос, со сколько времени. Пусть векторов нет. Давайте еще вопросы, лучше более короткие. Да. Можно? Нет, могли бы вы сформулировать цель школы и цель должности директора школы, как вы его себе понимаете, учитывая, что вы возглавляете проект? Мое понимание следующее. Школа передает Национальный культурный код российский. Точка. То есть весь набор знаний, который делает человека гражданином нашей земли. Это и математика, и физика, и история, и многие другие науки, все те, которые в школе изучаются. Директор находит учителей и не мешает им работать. Все. А как померить, что цель достигнута? Никак, никак школа неизмерима. На самом деле все проблемы, связанные с управлением школой, все поголовные проблемы, сводятся к одному и тому же. Школа неизмерима. Любой коэффициент, который вы навешиваете на школу, немедленно подделывается плохими директорами и не умеет подделываться хорошим, потому что хорошие просто не любят участвовать в плохой деятельности. Но как же это управлять? И все. Вот это вот, как сказать, это зачеркивает весь способ управления вот нынешний по KPI вообще, да? И вот каждый день, буквально каждый день я участвую в каких-то переписках на эту тему и пытаюсь в этом кого-то убедить, что вы не замерите школу. Нет такого. Или, Алексей Владимирович, дайте нам показатели, по которым учителям платить. Дайте вот таким платить, а таким не платить. Вы представляете, во что вы превратите коллектив учителей, когда вы это внедрите? Вы просто представляете. Им это плевать абсолютно. Их выучили в Московской школе управления, потому что все делается по тебе. Ой, я сейчас очень грустную тему сейчас начну. Я не хочу, да у нас такой веселый, да, праздник. Вот, и как-то его вот этой темой омрачать. Ну, в общем, когда-то, может быть, они это поймут. А, ну, как бы пока это не осознанно, и пока вот они как раз и хотят. Дайте нам правильный тебя, если вам нравится наш. Правильный тебя в школу не может быть. Да. Если какой-нибудь, на ваш взгляд, какой-нибудь форм, где вы понимаете, решает эту задачу? Серега скажет. DX, DY, да? Проблем с рук. Какие тебе больше нравятся? Расскажи. Если говорить по-английски, то есть Java Forum Art of Problem Solving.com, где... Какой? Art of Problem Solving.com. Давай, спешу. Отлично. А Мазовершлоу тоже, да? Art of Problem Solving. Проблема.
Solving в одно слово, да? Да. Форум, который самый большой в мире, форум по обсуждению. А mass overflow показывать или не надо? Ну, это будет сложно. Нет, начать надо вот как-то издавать, что более приятное, сюда. А DX, DY, CRU ты ходишь? DX, DY, CRU, он как бы когда-то был серьезный, но сейчас там почти ничего не осталось по-русски. А Problems.ru? Problems.ru это не форум, Problems.ru это для тех, кто хочет почитать, что другие уже решили, а не задачи. Ну, в любом случае тоже там много интересного. В данной ситуации, единственный по-русски уже более форум. Это в Фейсбуке группа Костя Кнопа. Кноп в ФБ. Там живое обсуждение в России. Так, будем троллить, писать звездочку, запрещенную в России организацию. Но в целом, видно, что обсуждение на национальных языках не только по-русски, оно умирает. Что математика выходит на обсуждение по-английски. Если сравнивать ситуацию, что было 20 лет назад, то да, это конечно, заметно. Спасибо, Серега. Вот. Так, ну давай. Ну, я хотел спросить у вас вопрос, за которым, собственно, я ехал сегодня. А вы мне писали из поезда, вы мне писали из самолета, что вы читаете мою книжку, которую я пишу. А, можете сказать, насколько вы прочитаете? Постой, какую я забыл? А, про головоломки. Путеводитель по миру головоломки пишу. Я заглядывал, но сказать, что я как-то внимательно читаю, честно говоря, не могу. Но вы сказали, что типа есть шанс, что я это читаю, что-то вот как-то... Я просто немножко... Мне стало интересно, скажем так. Слушай, нет, ты ее туда засандали в АСТ? Пусть они... В АСТ, с АСТ я уже поговорил, они сказали, что ну, у нас недопонимание возникло. И в итоге оно ни во что не выйдет, к сожалению. Я думаю, Сергей, поговорит. Знакомы, нет, друг с другом? Вот, Сергей Маркелов. Задачный композитор, Сергей, вставай. Задачный композитор, Сергей Маркелов. Замечательная задача была бы. Поговори с ним, покажи ему. Можно я тогда вам попрошу написать мой тоже контакт? Вот, можно? Значит, головоломки книги, да. Энди, как это называется? Все каналы называются Энди Кубик. Кубик немножко по-английски. Энди? Энди, да. А Кубик пишется K, Y, нет, Y, которая буква, да. B, I, еще раз кей. Вот так, да? Да, вот все мои каналы, там, Телеграм, Ютуб, вот, а там книга «Головоломка». Да, я пишу «Путеводитель по миру головоломок». Там будет куча всего. «Путеводитель по миру». Там не будет математики никакой сложности, там чисто вот обзор, какие они бывают, почему они бывают и так далее. Ну, если честно, я честно скажу, что у меня не хватает времени ни на какое чтение сейчас совершенно, честно. Но я просматривал, но как-то без внимания. Так, сейчас вот был следующий, потом, да. Я специально что меня ребенок, я физику и математику в медицинском университете. И вот вопрос такой, как увлечь студентов-медиков математикой, вот как им дать математику так, чтобы они поняли, что медицина и математика дружат. Но вообще, в принципе, как кого-то чем-то увлечь, задача совершенно нерешаемая. То есть вот, скажем, у меня пятеро детей. Двое из них вполне себе математику увлеклись, а вот двое нет. Ну, мелкая совсем маленькая еще, чтобы об этом говорить, но это означает, что вы понимаете, что ну, даже вот в моем собственном да, ситуации, ну не то чтобы я прям безумно хотел, чтобы все занимались. Мозг все занимаются. Мозг и все. А математика нет. То есть вообще математика, я не знаю, ставит ли задачу увлечь, но с другой стороны, если ты ведешь там, ну, конечно, нужно как-то увлечь. Ну смотри, вот пример. Раскладываем корень из двух цепную дробь. Разложи цепную дробь вот такую, будет вот такая вот бесконечная цепная дробь, да? А потом скажи, а теперь ампутируем у нее вот этот орган. И они сразу же заинтересуются. Я, по крайней мере, значит, а дальше получится очень точное приближение, очень хорошее приближение в виде дроби, да? Вот, я так вот в Сириусе я вел занятия у химиков, биологов и медиков. И они вначале слушали как-то с трудом, а потом, когда я сказал ампутация органа на цепной дроби, тут же все встрепенулись. Поэтому можно так, наверное, увлечь кого-то, по крайней мере. Вот. Но в целом эта задача нерешаемая. Есть целый ряд задач, которые вот люди для себя формулируют. Это тоже вот наше движение «Родная школа» борется с такими задачами, как сделать всех учителей России гениальными? Как сделать всех школьников России мотивированными? Да? Вот это нерешаемые задачи, их не надо ставить и решать.
Или, Алексей Владимирович, мы бы заплатили деньги учителям, если бы были уверены, что от этого все школы станут, все ученики России станут гениальными, все преподавателями, все. Но, ребята, все равно, что вы как бы расписываетесь тем, что вы ничего не хотите делать. Эти задачи заведомо не решаемы. Надо дать шанс каждому ребенку. Дальше как получится, да? Да. Я хочу тогда в этом ключе вот так спросить вас. Гениальными, может быть, нет. Но насколько математики, физики должны быть духовны? Ведь это будущие ученые, которые потом будут изобретать какие-то и военные вещи. Да, есть такой момент. Да. Но это чисто риторический тоже вопрос, абсолютно. То есть любое предложение... Вы знаете, я сейчас еще один маленький вопрос. Вы говорите, у вас пятеро детей. Да. Вы же своих детей воспитываете духовно как-то? Как вам сказать? Как знаете, я ничего воспитания не понимаю, духовность. Честно вам скажу. Привить им пытаетесь? У меня пять вот детей, но я воспитания ничего не понимаю. Ничего. Ну как-то вы принимаете? Я не знаю, мне кажется, что вообще... Вот, если кто-то, кто скажет, что есть гарантированный способ воспитать там ребенка с заданными свойствами, я думаю, что не существует. Вот. Но вот я ничего тут не могу но сказать. Вы понимаете, как опасно вас. Ну, конечно, тому, что такое хорошо и что такое плохо, плохо. Да. Ну, естественно, мы в семье, ну, как мы учим, но это как вроде как само собой постепенно получается, да. То есть это. Но что такое там духовный учитель физики? Ну не знаю, я бы не ставил этот вопрос, честно. Нет, но вы же говорите, мы должны вот ставим. Как бы стремиться к гениальных. Но если нет, мы воспитаем еще раз, я говорю, гениального что мы не физика, это, но нет, он вы меня будет не поняли совершенно. Это. Я хочу сказать как раз, что такую задачу ставить нельзя. Ну как же? Я ставить? Говорю, нельзя ставить задачу, чтобы все учителя России были гениальными, потому что такого никогда не будет. Ну, типа гениальными, такими вот задорными учителями. Максимум, может, несколько тысяч человек будет. Да. Можно вернуться все-таки к детям, потому что я после сегодняшней встречи чувствую себя ущербной, я филолог. И у меня, я педагог, и до сегодняшнего дня я думала, что я знаю математику, хоть в небольшом приближении. Но у меня есть совершенно гениальный мальчик, ему 4 года, он мыслит категориями бесконечных чисел и очень маленьких чисел. То есть он уже понимает, что такое уйти в минус. Ну, это все, что я знаю. Как вот мне поддержать его, вот эту математическую склонность, да, именно математическое мышление, как его развить? Ну, не знаю, 4 года еще очень трудно посоветовать. Есть книга «Малыши и математика» Звонкина. Начиная с 5 лет. Звонкин. Можно я посоветую? А, давай, посоветую. Женя Кац, замечательно. У него есть «Мыши Матика», во-первых. «Мыши Матика», Кац, конечно, да. Женя Кац, Звонкин. Вот такие имена. Потом matznanie.ru, matznanie.ru, отличный портал, кстати, отличный. И летняя школа скоро будет, моя Светка поедет. Вот. Я не знаю, насколько у Ольги Ободовой тоже есть, но знаю. О, а у Ольги Ободовой, конечно. Она вот живет в... Я недавно ездил, да, в Менделеево. Я там на игротеках ежегодно участвую в школе. Вот. Нет, на самом деле проектов очень много разных. Спасибо. Надо отслеживать, что там происходит. Летние школы, естественно, да, прошу прощения, я все время пропускаю. Да. Скажите, как вы считаете, не существует предела сложности вот для математики, да? Потому что как последняя работа, скажем, того же Перельмана, их несколько лет разбирали лучшие математики мира, и это уже становится настолько непостижимым, что то есть не упремся ли мы вот в этом знании? Не знаю. Знание. Как-то сегодня то же самое Стас Добышевский меня на интервью спрашивал. Это будет в YouTube? Но это очень не скоро будет. Mm-hmm. Новый проект. Но, в общем, суть в том, что как-то он так... Как, вопрос не очень понятный, то есть что здесь ответить. Будут ли еще более сложные доказательства, чем Перельмана? Наверное, будут. Но как бы будет ли их понимать... Сколько их будет понимать народ? В общем, не знаю. Тут открывается очень большая философская дискуссия о том, чем, зачем мы занимаемся и почему. Но у математиков, внутри самих математиков, нет никаких сомнений, что они занимаются прекрасным и интересным делом. Вот, то есть здесь как бы все вопросы вокруг, вот меня, например, этот вопрос совершенно не беспокоит. Ну вот не знаю, я вот только так могу ответить. Вы как-то написали, кстати, что там вот теория топосов, категории, вы там ничего не понимаете. Я их не понимаю. Да, спросите. Да. Очень важный вопрос, Алексей. Не чувствую. Я могу воспроизвести определение категории, функтора. Я не знаю, как с ними работать. Да, буквально воздух замешивается, что-то получается. Алексей, очень важный вопрос для всех, наверное, математиков. Когда нам ждать доказательств? Когда нам ждать от вас видео про доказательства Вайлза? Ну, еще, я все время говорю, что через 15 лет, каждый год. Но, давай так,
когда я выйду на пенсии, скорее всего, это удастся. К моменту, когда я стану 65, пенсионный возраст, скорее всего, будет уже где-то 76. Можно будет немножко подождать. Кстати, а знаете почему? Знаете, какая была объяснительная записка президенту Путину по поводу пенсионного возраста? Знаете, как она звучала? Нет. 10 лет назад. Она звучала так. Пенсионный возраст должен быть самым маленьким натуральным числом двумя различными способами, представляющимися в виде суммы двух ненулевых различных квадратов. 64 плюс 1? 64 плюс 1, 49 плюс 16. Все предыдущие не обладают этим свойством. Вот ему написали как одну записку, что: «Дорогой Владимир Владимирович, нужно математически высчитать пенсионный возраст. Сейчас он не математичен. Сейчас это просто порядок группы А5. Но это совершенно не математично. Математично это... Вот. Ладно, и то, что я сейчас произнес, не имеет никакого отношения к реальности. Я, кстати, вернулся в последний момент к Ферма. А вы-то, ну, так и называлось, насколько-то... У меня лежит книга Пантишкина Манина, и я постепенно страницу в месяц продвигаюсь. Ну, так скажем, в разных местах открываю, а иногда по несколько страниц, если я материал знал. Да? Ну, в общем, в этой книге есть просто 7 глава, которая полностью содержит, ну, там, в общих чертах содержит это доказательство. Но там вот такой, ну, числовой алгебр. Ну, то есть, как бы, в принципе, это постижимо. То есть, это, если я сравню с текстом Перельмана, то ясно, что Перельмана никогда ни при каких условиях я не постиг. А у Уайлза вполне можно представить себе, что я пойму. Там, ну и как я понимаю, все-таки это доказательство знает несколько тысяч человек, а Перельмана несколько сотен, скорее. На самом деле, это действительно, это как я не понимаю пока ни того, ни другого, но у меня есть чувство, что я мог бы уйти, например, в какой-то затвор на полгода и понять его, да. Но затвор не совершенно нереален в моих условиях, поэтому пока это лишь чувство, что я бы мог в нем разобраться. Теоретически я бы мог в нем разобраться. Я не знаю, может, посоветую или не знаю, может, знаете, я первое, что... Вот когда мне стало интересно доказательство, я тут же начал искать конспект доказательства. И удивительным образом наткнулся на Википедии, на табличку, в которой буквально была вот тема, что сказал, что изучать. То есть вот буквально табличка, по ней можно прям двигаться. Ну вот, слушай, ну супер, может, я и воспользуюсь. Кстати, летом начинается интенсификация моего погружения в теорию чисел обычно. Вот, то есть как на Байкале мы оседаем, и там начинается теория чисел. Там, значит, такой гамак классный. Вот. Так, потом бах, шило, значит, в одном месте разыгралось, тут же раз на гору, значит, вверх на 800 метров по вертикали в сумме, да, спустился, вот, некоторое время можно еще полежать. Вот, то есть очень удобно, там сразу, раз, вот, сразу. Вот, очень, там уже дикая природа такая. Вот. Еще есть вопросы? Да. Скажите, пожалуйста, кого из классических педагогов вы советовали бы почитать начинающему педагогу? Ну, Сухомлинский, Ушинский, Макаренко. И как бы сразу второй вопрос. Как вы считаете актуальны их учения вот в наше время? Честно, этот вот вопрос к моему хорошему заместителю Денису Чувашову перед беседой. Я бы советовал вот то, что он советует там, я думаю, что можно вполне. Ну, в принципе, почитать, ну, интересно всех читать. Вот у меня есть книга «Проблемы качества математического образования», которую мне подарил Костенко. Это просто, это вообще. То есть это вот все эксперименты, как они проводились и к чему они приводили. Доказательства на цифрах. Это во. И как, к сожалению, наши информаторы не учитывают текст, который там содержится. Абсолютно. То есть снова у нас есть грабли. Раз, бах, пол. 20 лет проходит. Раз, бах, по тому же месту. Блин, оно у меня уже болело. Что такое? Ну, не читает никто ничего, не передается опыт поколений, никогда, никуда. Что ты поделаешь? Зато у них диплом МШУ Сколково. У меня тоже вопрос, вот как раз по вашей теме родная школа. Значит, я помню, что свои ученики математики в детстве, ну, да, в школьном детстве. Значит, у меня трое детей училось, значит, я смотрю эти учебники математики и понимаю, что я, в общем, понимаю в них с трудом. Я не знаю, как это понимают дети. Это все, вот это у Костенко все написано. А, то есть это... Да. Все разобрано. Все разобрано. Потому что у меня вопрос такой. Все разобрано голосом. Дети в них не понимают ничего. Когда будут нормально? Когда будут нормально? Учебники.
Ну, я вот тут имел переписку с совместителем просвещения издательства. Как он витиевато и так и сяк. И так. Нет, ну почему же монополисты? Да нет, тогда бы нас давно привлекли. И вообще, как бы вы понимаете, учебники же никто не покупает, их бесплатно раздают, а те, кто хотят купить, это деликатесный товар. Ну и вообще, вы знаете, ну как бы мы не решаем, какие учебники. В общем, знаете, вот у нас сложилась некоторая система. Система управления. Она состоит в том, что любая сложная сущность — это дойная корова. Это не место, где там дети вырастают и становятся образованными членами общества. А это место, из которого можно выжать еще денег с помощью госзаказов, каких-то там приблотненных этих всех отношений там с властью. То есть у нас вот так устроено, к сожалению, все. Через это очень трудно пробиться. И это не революционный призыв. Если их всех перебить, следующие будут такие же. Система так устроена, она, ну, как бы, в принципе так устроена. То есть она может по-другому действовать только в ситуации жесточайшего какого-то вот внутреннего понимания, что все, конец. Ну, там, вот, завтра либо начинать этим заниматься, либо конец. Ну, типа, либо если кто-то им это как-то вот очень убедительно объяснит. Но вот у меня очень много коллег, которые вроде со всем, что я говорю, согласны. Я говорю, так позвони завтра Путину и скажи. Нет, я не готов отставиться. Вот это опять вопрос к духу. Вот в чем дело, понимаете? То есть есть людей, да, это вопрос, это зависит. Конечно, да. Это вопрос к духовному состоянию действующей власти. И да, мы должны терпеть то, что есть, потому что это нам за наши грехи. Ну, все равно мне кажется, что это сделано, я не знаю, специально, что возьми и перепиши, ладно, зависит. Нет, не специально, это просто бизнес и ничего личного. Это просто бизнес, они значит. Ну зачем тратить время на продумывание, если можно тебе бляп заплатить минимальные эти гонорары и все остальное забрать себе. Зачем делать это, да? То есть логика бизнес-структуры, которая навешена на образование, полностью разрушает образование. Образование и бизнес – это вещи несовместимы. Точно так же, как и медицина. А в других странах не знаете? Ну как, в Китае прекрасно все. В других странах не знаю. Если честно, все очень по-разному. На самом деле, одно время там считалось, что вот там на Западе, там, так как вот в школах, какими-то этим разным полам учат, значит, наверное, и наукам не учат. Выясняется, что все в разных местах. В каких-то местах все разрушено, а в каких-то не все разрушено. Но в целом западное образование, как мы сейчас его понимаем, там, где оно хорошо устроено, например, в Британии, это все-таки для маленького процента. То есть это такая очень элитарная штука. Вот это там A-level, это очень круто, но это прям совсем мало народу получает такое образование, но зато это уже действительно, то есть они идут, они... Без дураков, они сдали экзамен, они знают, у нас там сдал, ЕГЭ пришел, ничего не знает. А как это получилось-то? Ну потому что ЕГЭ так устроен принципиально, так и нужно было устроить, чтобы скрыть то, что происходит. Вот. А там такой цели не ставится. То есть не ставится цель скрыть. Да, 90% англичан не знают ничего. Зато вот эти 10, они очень хорошо знают математику. Ну или там, не 10, конечно, один. Но все равно он есть. Они же на советском образовании, они вроде говорят. Конечно, это высота, да. А зачем мы его убрали? Ну, потому что мы, у нас любимое дело русских — это гробить себя. Нормально. Потому что сейчас дети вообще там... Любимое дело, абсолютно, да. Раньше больше, наверное, сельские, то лучше. Да нет, но это все, это, еще раз, это вопрос постановки задачи. Задача не поставлена. Переназначение Кравцова свидетельствует о том, что ничем, кроме известных политических дел, нынешняя власть заниматься не собирается. И все. А дальше, может быть... Жареный петух укусит кого-нибудь в одно место. Как если прорвется через много слоев, да. Мы не можем прорваться. А какие все-таки учебники вот, хорошие из того, что есть? Сталинский букварь, шикарные учебники. Просто вообще, вот у нас Юрка, он не особо любит, честно, вот не очень любит это все заниматься, там работать, да? Вот у меня летом он каждый день, у нас смотрели, каждый день 2-3 задачи из сталинского букваря. Прекрасной форме он находится. Он совершенно, у него, значит, вот... Это арифметика, пчелка, правильно? Да, конечно, пчелка, поле, все хардкор, все как надо, 50-е годы. Там серьезные люди занимались этими вещами. Серьезные. И никто не думал ни о каких вот этих прибылях, деньгах. Вот. А из того, что есть... Сталинские учебники, естественно, брать учебники. А из того, что, которые вот не... Ну, эти книжки покупаются, да? А те, ну да, конечно, покупаются. Из того, что есть... Ну, не знаю, там можно обсуждать. Там, как бы, вот это дальше уже вопрос, там, кому что нравится. Например, те, кому... Ой, Глебушка, а ты уже уходишь? Нет. Вернешься, да? Ага. Те, кому вот нравится работать со своими детьми вместе. Питерсон, отлично.
Только пропускайте вот эту осмолвщину там, которая что ты не знаешь, поставь себе учебную цель, вот это можно сразу вычеркивать ручкой прям сразу, да? Вот. А остальное очень, то есть те, кто умеют работать со своими детьми и любят это, и есть время на это, вот, конечно, Питерсон. Нормальная книга, вполне. Но, опять же, это для очень мотивированных. Это далеко не для всех Питерсон. То есть это... А да так? Нет, я не знаю, я не могу ничего сравнить с нормальным вот этим пчелка поле. Открываешь и решаешь задачи по-человечески. Ничего не могу сравнить, ничего не учить. Да. Один же занимается клиентами, прямо в том классе. Это клиенты, это швабхоны, это вы знаете. А такой занимался в том, как это университет. Просто вы когда-то говорили, что по кому? Мерзли. Я считаю, что вот, ну, если вот кто хочет заниматься университетом, если сам, то это сон или мерзляк. А мерзляк, то замечательный. Там, классный. Ну вот, на самом деле, друзья, кому есть, что по этому поводу сказать? Пожалуйста, напишите вот сюда. Команда САВ. Собака Mail.ru. Это наш адрес. Его разбирает Вера, заместитель, ну, как помощница наша, администратор движения, не администратор движения. Телеграм-каналом и YouTube-каналом «Родная школа» занимается Александр Чуваков из Екатеринбурга. Вера из Петербурга смотрит это. Значит, просьба всем, кто имеет мнение по поводу учебников, какие учебники хорошие. И не обязательно только по математике. Сказал я, посмотрел на вас. По всем предметам. По всем. Ну, за словесность там у нас есть Юлия Фишман с ее блогом. Могу писать. В принципе, она пишет что-то, что нужно делать. Но все равно, вообще, любые. То есть мнение об учебниках, то, что, ребят, сейчас мы на самом деле, ну, честно, мы очень серьезно на тылу. То есть то, что переназначение Кравцова, все понятно. Все. Это ровно, вот, ровно то, что они хотели нам сказать, это то, что они хотели сказать. Соответственно, на ближайшие годы надо заниматься самостоятельным подбором всего. Подбором школ, подбором тех мест, где все-таки еще какие-то процессы идут, да, разумные. Вот так устроена жизнь. Соответственно, нужна какая-то консолидация в том, какие линейки учебников. Кто имеет, например, понимание вот в младших классах такой-то, а потом такой-то, а потом такой-то, это прям особенно важно сюда написать. Я вас всех прошу, мы собираем информацию, мы ее агрегируем, мы ее обдумываем, мы потом выставляем, что вот такое есть мнение, такое, да? Наше сегодня, вот что такое такие темные времена, это времена, когда люди собираются и чувствуют вот, как бы свое друг другу плечом. Вот видно, да, как говорится, светлых людей в темные времена. Поэтому не отчаивайтесь, Господь управит как надо. Все будет хорошо, но очень не скоро. Я извиняюсь. Питерсон имеется в виду какой учебник, это вот я читаю. Начали слово, нет? Ну, начало, я имею. Потому что я учился в Питерсон, я что-то думаю, может, это что-то другое. Нет, начало. То есть я учился в Питерсон, там что-то. Нет, у меня Света прекрасно учится по Питерсону. А вот уже с Юлей приходится трудно. То есть приходится добавлять очень сильно сталинский букварь. Если вы после сталинского букваря переходите в Питерсон, и вместе, опять же, вместе, ни один ребенок на свете, если это не сверхгений, то Питерсон один учиться без родителей не может. Это просто... Ну вот если ваш ребенок может, все, можете записывать, что это сверхгений. Сразу, да? Может, решает, сам все делает без... Ну это невероятно, абсолютно. А Сканави? Он... Как? Физика, да? Нет, математика почему? Ой, сейчас я перебью. Марк Иванович. Но, на самом деле, давайте я еще раз скажу, что я не являюсь специалистом по тому, какие учебники хороши, потому что я лично, посмотрев на сталинский букварь, решил, что мне хватит вполне этого. Да. Вот, и ничего другого я уже не особо не разбираюсь. Но действительно интересный вопрос, какие из нынешних, потому что сталинский букварь на всех точно не хватит, да? А где вы выкладываете рекомендации? На родная школа РФ? Родная школа будет, да. Но не, на самом деле в этих каналах мы записываем интервью. В телеграм-канале и в YouTube-канале записываем интервью. Но там как бы там морда. То есть там вот никого невозможно раскрутить на интервью из директоров и учителей, практически никого. Потому что сразу же выгоняется с работы моментально. Это реально настоящий морда. Причем он как бы удивительно выстроен в отдельной области. Его вроде как нет вокруг. Ну, люди работают в каких-то фирмах там. Нормально, их не гоняет родников. А внутри вообще, то есть да. Ты слово поперек, это конец. И отчеты, да, вот нам говорили директора,
Что? Ну, никто из этих директоров не может открыть лицо и сказать, вот в моей личной школе все отчеты подделываются. Они идут не те, которые надо. И потом Кравцов говорит, что у нас диктовано все. А Народный фронт говорит, что у нас 300 тысяч не хватает учителей. Ну, как понимать, да? Но вот, соответственно, понимать это так, что просто все подделывается целиком. Но если я вот, если он мне завтра, например, вызовет в суд, вот, мне нечем крыть, потому что директора так говорят с закрытым лицом. Конечно. Понимаете, да, что происходит? Конечно. Совершенно невозможно никакой правды добиться из-за этого. Я могу. Ну, давайте, тем не менее, я говорю, если это как-то, если какая-то значительная часть общества будет постоянно об этом твердить, говорить, писать, ну, они, им легче будет, чем нас всех расстрелять, легче будет просто проблему решить. Согласна. Я могу подтвердить ситуацию, скажем так, также с закрытым лицом просили наши два преподавателя у моего ребенка, когда был ковид, когда вот этот вот месяц, март, когда всем запрещали учиться и учить. У меня двое преподавателей из школы просили никому не доносить, что они детям дают математику и информатику. Нет, они делали это через Zoom, через онлайн, через... Но они хотя бы вот этот вот месяц не потеряли, ну, понимаете? Ну да, у нас директор, значит, вышел, вывел раньше времени в очку, потому что так проголосовали родители, и немедленно был снят. Да. Молниеносно! Да. Репрессивный аппарат работает мгновенно. Поэтому, друзья, ну как бы, вот живем как живем, вот так вот живем. А за ПТШ, знаете? Я не знаю, сейчас она есть. Нет, на самом деле, смотрите, в интернете есть очень много всего. Просто, как бы сказать, если мы говорим про вот активных родителей, которым не пофиг, то вы найдете все, что угодно. И школы, и интернет-ресурсы. То есть вы своих детей нормально вырастите. Просто если думать глобально и государственно, вот мы пытаемся так думать, то, конечно, очень все безнадежно выглядит. То есть с точки зрения того, что будет прослойка, которая все равно воспитает своих детей, будет, никуда не денется. Да? Россия большая, но таланты очень щедрые. Но я вот, могу да, еще как система очень. Я могу еще порекомендовать, не знаю, вот в нашем городе в Зеленограде есть два замечательных человека, Кожгу, который в месяц подает. И Борис Валерий Иванович, он основал, во-первых, лицей наш, ну, один из основателей. И, собственно говоря, за ПТШ тоже это одно из, ну вот он как бы тоже. Но ты предлагаешь всем переехать в Зеленоград? Не, я предлагаю просто вот то, что имейте в виду, скажем, да. Нет, на самом деле так ресурсов-то полно. Если кто. Тут вы не ошибетесь. И спасибо вам, что вы даете эти ресурсы тоже. В том числе, пожалуйста, 100 уроков, кто умеет себя мотивировать, 100 уроков математики. Ну понятно, что это будет очень немного народу, но тем не менее, кто будет, тот и будет. Можно два вопроса. Один про профессиональную деятельность, второй о решении одной задачи. Вот профессиональная деятельность, как вы думаете, не математика, любая, она для того, чтобы там, достичь в ней определенных высот, или она чтобы что? Или чтобы через нее что? Ну это опять, вот это в стиле вот вопроса про... про эти усложнения там, математических рассуждений. Не знаю и никогда не думал об этом. То есть мне совершенно как бы, я не могу это прокомментировать. У меня профессиональная деятельность совпадает с моим хобби и с образом жизни. Поездки по городам с лекциями. Я не понимаю, почему я должен думать за других, что для них такое профессиональная деятельность. Нет, вопрос связан с тем, что в процессе этой деятельности жизнь заканчивается, и она заканчивается для разных людей по-разному. Ну да, кто-то для одного, ой, а что я делал и зачем? Да. Вот. А для другого она не потеряна, потому что он через эту деятельность. Через эту деятельность что-то он. Да, безусловно. Да. А второй вопрос про решение задачи. Вот. Вы говорили, не знаю, может быть, и не один раз, что среди математиков больше верующих из-за точного мышления. Математики не любят вещей, которые некоторые заметают под шкаф. Ну, не спорю. Да, ну мне так кажется, опять же, я ни в коем случае не хочу об этом спорить. То есть, если кто-то встанет и скажет, что это все ерунда, то я скажу, ну ладно, ерунда, значит ерунда. Так вот, но хорошо. Мое наблюдение, мне кажется, что
среди профессиональных математиков верующих больше, чем в других науках, потому что, во-первых, в самой математике очень как бы на какой-то уровне погружения ты прям чувствуешь, как вот это вот, это выход за предел, да, постоянное привлечение каких-то конструкций, которых не существует, да, то есть вот постоянный разговор с чем-то трансцендентным идет, вот, и наверное, в этом суть. Ну и потом нет каких-то общих договоренностей, да, то есть, например, у сторонников там жесткой теории эволюции, ну просто есть договоренность, что мы заметаем все, как бы, что ну, встречаем. Да. У нас таких договоренностей нет, действительно нет, в математике идеологии нет, наверное. Я думаю, что да, в этом смысле. Что вот, если ты не видишь каких-то, ну, чтобы выстроить систему без, вот я прошу прощения, чтобы выстроить систему нерелигиозную, нужно идеологически выдавить из себя ту часть души, которая христианская, как ни крути. Да? Ну вот опять же, вопрос вот, постановки и, задачи. Ну, зачем этим заниматься, просто? Допустим, у нас есть задача жизнь, да, ее как-то прожить. И бывают такие задачи, например, сложные. Человек приходит на экзамен, и он не понимает даже условия задачи. То есть, соответственно, для себя надо уяснить, что ты решаешь. Вот у каждого есть жизнь. Это довольно сложная задача. И кто-то вначале делает нужные допущения, чтобы ее грамотно решить. Да? Вот что я решаю, что мне предлагается. Ну, не с детства, да, в каком-то возрасте. Отдельной большой лекции. Силуан Афонский предлагает очень простой вариант. Сделать допущение. Так, Господи, если ты есть, откройся. А есть люди, которые не дают такого разрешения. Вот как вы думаете, ну, если честный и внимательный человек, какие допущения он себе, по крайней мере, что себе не закрыть, как сформулировать это допущение жизни? Я скажу про себя. Чтобы эту задачу решить. Проехал, допустим, ну не 100, но 50 монастырей точно я посетил. Это точно, может быть 70. И в каждом из них есть совершенно замечательно записанная история чудес. Невероятных людей, которые там жили. Но приезжаешь в Дивеево, тебе рассказывают, как Серафим Саровский там регулярно знал, что происходит за много верст от него в этот момент. Ну как ты должен обсуждать? Ты должен считать, что это все от начала до конца выдумано? Ну как-то это вот не вяжется, да? Ну что, все только, вся Россия только сидит и врет, что ли, выдумывает, да, эти истории? То есть ты находишь, ты должен, чтобы при этом в это не поверить, да? Если ты в это поверишь, ты уже начинаешь думать совершенно по-другому о мире, и уже там Господь Иисус Христос уже очень близко. А если ты отриновываешь это, ты просто говоришь, вот я закрываю глаза и во все это не верю, потому что доказательств нет, и значит я не верю ни во что. Мироточные иконы? Не мироточные, не видел, ничего не хочу знать. История там, ничего не знаю. Не хочу слушать. Все выдумано, да? То есть ты начинаешь все равно, человек, не приходящий к Христу, это человек, который постоянно его изгоняет. Все время. Вот, у него такой спорт, изгонять Христа из своей жизни. Вот такой идет ежедневная задача. Мне так не жалко, ребята, вот, просветители, да, они просто этим занимаются как азарт. Ну, целая команда там есть такая. Ну, они, правда, многие уже за границей в результате этого всего. Вот, ну, в общем, я даже не знаю, просто не понимаю, зачем это делать. Ну, а как Господь спросит потом, зачем вы занимаетесь? Знаешь, Господи, я все время тебя изгонял. Алексей Владимирович. Что так-то говорить-то, да? Ну, может, не знаю, может, простить. Алексей Владимирович. Да. Я вот хотел, ну, спросить у вас. Вот в одной из лекций антропологии у вас, по-моему, я услышал, что математики описали нашу Вселенную как второй. И мы живем наш вот этот мир вот в тонкой оболочке. Не хочет Панкара? Наверное, да. Нет, Панкара сфера. Четвертмерный шар его граница. Да, но если сейчас будет космология, я ничего не смогу сказать. Нет, вот. Ну, то есть это, ну, я хотел сказать, для меня вот это было открытие, я человек верующий православный, что Господь наш, потому что я доверяю математикам. Вот это вот. Нет, космология есть разные теории Вселенной, то есть там, как бы, лучше сказал, это лучше сказал. А вам когда-нибудь удавалось убедить атеиста в существовании? Ну, как сказать, вот есть один парень в Питере, он совершенно, я не буду его называть, потому что он смутится. Я у него на канале был, то сего, он был совершенно там атеист, да? Но тут вдруг звонит, говорит, ты был у нас в таком-то монастыре, такая красота. Я говорю, все-таки так. Ну нет, еще не так. Но он уже туда явно верит.
Не, ну, в общем, это как бы штука такая, я говорю, это же позиция, да, то есть ты в какой-то момент ты просто разворачиваешься и говоришь, блин, ну я фигней страдал всю предыдущую жизнь, прости, Господи, страдал, да, но на самом деле мы все страдали фигней. Какой я страдал, я вам даже не буду говорить. Глеб, ты же не будешь рассказывать, да? Так что я не знаю. Я не знаю. Но это все как бы. Это все, так сказать, все сложно. Это, я говорю, это отдельный разговор, богословский. Это не математика, где взял, написал формулу и доказал. То есть с помощью вот этих принципов математического мышления, просто мы исследуем такого консультирования. Мы их не можем испытывать. Нет, нет. И не надо ни в коем случае. Мне пишут там иногда монахи, говорят, вот мы делаем там путь там, Крымского святого, вот он очень математически раскладывается по километрам, помогите нам разложить, и бросили этот. Пожалуйста, умоляю, да? Если человек продолжает настаивать, я говорю, теперь я вас прям прошу, как брат брата. Вот если будет продолжение этого, это как бы. Это порочит, ну, математику точно, ну, Христа просто, не опорочит, я просто спросить, вот это смешение знаете, не нужно. Вы знаете, смотрите, они будут говорить, знаю, реально, то это пожалуйста. Нет, это на здоровье, и я никогда это нигде не скрываю, это в интернете везде есть. То есть про мою, значит, про мою собственную позицию в этом плане все известно и можно становиться. Но как бы да. Так, ну что, друзья. А ты сейчас... Да, ждать. Где ждать? Ну, завтра в Ковров, потом в Полоцк и Брест, сразу же после этого, в конце этой недели, Полоцк и Брест. А в начале той недели Набережные Челны. Но, в принципе, вскоре уже, вскоре будет, рядом вообще почти никогда не бывает. Друзья, теперь я, если, вот я прошу прощения, все-таки я напишу здесь одну маленькую коротенькую строку. Напишу, я наберусь наглости и напишу здесь вот эти слова, хорошо? Потому что на самом деле у меня вот некоторые есть, вы, наверное, замечаете в интернете некоторая независимость в высказываниях, да? Вот, и связана она с тем, что я лично от Кравцова не завишу никак. То есть он не может меня выгнать, ему меня неоткуда выгонять. А если, например, он уговорит Фалькова, но пока не получается, даже если он пытается это сделать, все равно это не очень сильно повлияет на положение меня и моей семьи, именно из-за того, что я живу на народном финансировании. Надо понимать, да, вся моя огромная семья живет в большей части на народном финансировании. И это дает мне свободу высказываться. Поэтому, если у кого-то есть возможность подписаться и раз в месяц, там, ну, это система Boosty, да, я всегда забываю, здесь Саватеев или Саватан. Можешь посмотреть быстро? Или кто-нибудь посмотреть? А, нет, у тебя смартфон есть или нет? Есть. А, глянь, ладно, по-моему, Саватеев, там два варианта, либо Саватеев, либо Саватан. Одно из двух. По-моему, так. Вот, и это как бы, ну, вот, на самом деле, как ни странно, вот просто взять и по беспределу закатать, это все-таки не очень частая история. Вот, чаще всего давят через работу. Ну, выгнать с работы, мы вас выгнем с работы. Мне этот аргумент не существует. Поэтому я предлагаю всем поддерживать состояние, чтобы для меня этого аргумента не существовало. Большое спасибо за внимание. О, конфеты! Классно! Я как Карлсон, я обожаю конфеты. Я говорю, что я играю для детей, но детям нельзя, поэтому я все съедаю сам.